Понятно, да? Представляю технопарк Санкт-Петербурга. И сегодня мы проводим семинар для компаний в области пищевой промышленности. И разрешите представиться. Я Петрова Елена Николаевна, являюсь директором инжинирингового центра активной фармсубстанции. Основная наша... Ну, давайте немножечко расскажу, что представляет технопарк. Технопарк Санкт-Петербурга – это городская инновационная инфраструктура по поддержке предприятий, промышленности, бизнеса, профессиональных сообществ. И в технопарке технопарк представлен 6 структурными подразделениями. Это бизнес-инкубатор «Ингрия», центр кластерного развития, центр прототипирования, три инжиниринговых центра, инжиниринговые центры фармсубстанции, которые я сегодня представляю, инжиниринговый центр радиоэлектроники и инжиниринговый центр кибербезопасности, IT-технологии. Ну, наш девиз – это технологии роста, и понятно, что наша цель – это повышение технологической готовности предприятий, повышение их конкурентоспособности. Ну, наши преимущества – это уникальные услуги, это уникальное конфигурируемое оборудование. У нас имеется лабораторный комплекс с парком технологического и лабораторного оборудования. У нас подготовленный и высококвалифицированный персонал и опыт выполнения 25 проектов по оптимизации технологических процессов. Основные наши задачи – это разработка новых технологий продукции и оптимизация технологических процессов. Наше направление деятельности – это химический синтез, это проведение неокров, технологических работ, это разработка технологий получения органических веществ, это лифилизация, лабораторно-аналитические исследования и консалтинговые услуги. Ну, возможности РИЦ АФС для пищевой промышленности – это аналитические исследования по продуктам питания, определение pH среды, это определение остаточной влажности продукции, это определение чистоты и качества натуральных масел, аналитические исследования для контроля безопасности пищевых продуктов, это наработка пищевых добавок, ароматизаторов, химических ингредиентов, могут быть представлены красителями, антиоксидантами и другими веществами. Это лиофильная сушка пищевой продукции для сохранения биологических свойств веществ. Это аналитические исследования состава образцов, также перемешивание и измельчение. У нас, я просто кратко хотела представить вам оборудование, представленное сейчас в РИЦ АФС. Ну, вот, это pH-метры, титраторы по методу Карла Фишера, как раз определение остаточной влажности, высокоточный автоматический полириметр, это определение чистоты и качества как раз натуральных масел. Он также позволяет определять концентрацию и чистоту духов. То есть мы можем оказывать услуги, поддержку компаниям, которые в пищевой промышленности, парфюмерно-косметическом направлении занимаются бизнесом. Имеется испаритель ротационный, который позволяет нарабатывать пасы для быстрой и безопасной отгонки жидкости. Это комплекс для исследования метода ВЖХ с масс-детектором, который позволяет проводить аналитические исследования для контроля безопасности пищевых продуктов. И также имеются лабораторные микрореакторные установки для проведения органического синтеза, который позволяет наработать методом химического синтеза пищевые добавки, ароматизаторы, химические ингредиенты, используемые в пищевой промышленности. И также имеется простая емкостная лабораторная микрореакторная установка, которая также позволяет наработать методом классического химического синтеза пищевые добавки, ароматизаторы, химические ингредиенты, используемые в пищевой промышленности. Ну и лиофильная сушка также представлена у нас, которая позволяет удалять растворители. В основном мы используем это на водной основе. И получение веществ с сохранением их свойств, не разрушая их полезные свойства. Также вот сканирующий спектрофотометр у нас имеется. Ну и также вот мешалки, диспергаторы для проведения перемешивания и измельчения. Сейчас у нас как бы реализуется на площадке технопарка международный проект российско-финский
это проект «Парк живых систем». Проект нацелен на разработку инфраструктуры для проектов российско-финский научный парк живых систем. Доступ к этому проекту открыт для всех компаний, которые занимаются в области производства, в том числе в области химии, фармацевтики, пищевой промышленности, парфюмерно-косметическом направлении, биотехнологиями занимающиеся. И ключевая цель этого проекта – это развитие приграничных территорий и создание условий для качественного роста российских и финских субъектов малого и среднего предпринимательства. Просто для наших компаний, для российских, это достаточно такая площадка, как такой трамплин для выхода со своей продукции на внешние рынки. Ну, надо понимать, это плюс еще как бы площадка для взаимодействия, в том числе с финскими компаниями, и нахождение для себя каких-то с компаниями, с финскими, совместных проектов, для реализации совместных проектов. Поэтому, пожалуйста, можете обращаться к нам в РИЦ АФС за консультацией. Мы готовы представить всю необходимую информацию при встрече и обсудить те направления сотрудничества, которые будут интересны вам. Компоненты проекта, это вот как раз российско-финского международного проекта, это инфраструктура, будет создан комплекс лабораторных помещений, где лаборатория аналитическая, оснащенная будет оборудованием, это плюс также будут проводиться определенные наработки субстанций и наработка биологически активных добавок. Как раз в области пищевой продукции, в области спортивного питания, функционального питания и других направлений. Это также компонент, это международное сотрудничество. Как раз возможности нашим компаниям для выхода на внешний европейский рынок. Ну и образование. Здесь также будет создан R&D-центр, не R&D, а образовательный центр для проведения образовательных мероприятий, ну, по образу, как бы, который мы сегодня с вами организовываем для вас. И в том числе будут проводиться определенные там образовательные программы для повышения компетенций сотрудников компаний в области химии, пищевки, парфюмерно-косметического направления. Ну и вот оборудование проекта, это как бы проект, и он в стадии уже реализации, завершение его планируется в 2022 году. И будет представлено тоже парком современного высокотехнологичного оборудования. Это, ну, pH-метр, титраторы, газовый хроматограф, комплекс для исследования методом также ВЖХ будет, титраторы, реакторы, микрореакторная установка, инфракрасный спектрометр Фурье, анализаторы влажности. Также будет достаточно большой комплекс оборудования. Это для отработки добавок. Это мельницы, таблет-прессы, миксеры, грануляторы, каатеры, тестеры сыпучести, тестеры прочности для проведения исследования. Это как раз будет направлено на разработку пищевых добавок и продуктов спортивного питания. Спасибо за внимание. Мы продолжаем наше мероприятие. Если у вас будут вопросы, готовы на них ответить. Есть мои контактные данные, готовы встретиться. Пожалуйста, звоните в любое время. Мы готовы обсудить сотрудничество, по какому направлению мы могли бы быть для вас полезны. И продолжаем. Слово предоставляется нашим партнерам. По тематике нашего сегодняшнего мероприятия. Все, начинаем. Ну, начинаем наш семинар. Будем надеяться, что эта информация, которую вы сегодня получите, вам поможет решить ваши задачи. И также большая просьба обращаться к нам, если есть какая-то необходимость провести подобное мероприятие по той тематике, которая вам будет интересна, мы готовы услышать, прислушаться и организовать для вас мероприятие, пригласив специалистов в том направлении, которое вам было бы интересно. Ну, желаю всем удачного
семинара и продолжаем наше мероприятие. Спасибо. Спасибо. Безличка, да? Переключу. Доброе утро, уважаемые коллеги. Меня зовут Светлана Живакина, и я проведу для вас сегодня короткий семинар по заявленной теме, касающейся особенностей внедрения и сертификации систем менеджмента безопасности пищевой продукции. У нас такой довольно неожиданный сегодня формат. У нас есть и участники, которые очно присутствуют, и участники, которые присутствуют дистанционно. Поэтому хотелось бы, чтобы некий интерактив у нас все-таки был. У тех, кто здесь присутствует, я очень рада видеть, потому что всегда приятнее глаза в глаза, так сказать, да, с людьми общаться. Но новые времена диктуют нам новые условия, поэтому я также рада приветствовать и тех, кто дистанционно с нами сегодня работает. И прошу по ходу нашего семинара, пожалуйста, если будут какие-то вопросы, вы можете сразу их задавать, не дожидаясь окончания. А те, кто дистанционно участвует, пожалуйста, пишите в чат, и Анастасия нам поможет озвучить, если какие-то возникнут вопросы по ходу, чтобы не оставлять их на конец мероприятия, потому что вопрос возник, сразу мы на него пытаемся ответить. Значит, да? Прошу помочь, не переключается. А, можно так листать, да? Ну, хорошо. Да. О чем мы с вами сегодня поговорим? Мы поговорим с вами в целом о том, что такое система ХАСП, зачем компаниям нужна система менеджмента безопасности пищевой продукции, какую пользу она может принести, и, может быть, вы поделитесь своими мнениями о том, какую пользу она уже вам принесла, если она у вас разработана и внедрена. Также мы поговорим с вами о том, какие существуют международные стандарты на основе принципов ХАСП, но основное внимание мы обратим на стандарт ISO 22000 и схему сертификации FSSC 22000. Поговорим, что в них входит и в чем заключаются основные различия. Также я кратко расскажу о требованиях стандарта ISO 22000 и схему сертификации FSSC 22000. Нашей задачей не является подробное изучение этих требований, поскольку, как вы понимаете, времени у нас не так много, но я кратко поговорю о том, что какие основные требования есть и какие основные, может быть, проблемы встречаются при внедрении систем менеджмента. Вот, и, может быть, вы зададите свои вопросы, с какими проблемами вы столкнулись, и мы можем тоже об этом поговорить. Также мы немного поговорим об основах анализа ХАСП. Это такой, на самом деле, огромный вопрос, и можно там целый день заниматься. Вот, но мы с вами поговорим кратко, схематично достаточно, и если тоже возникнут какие-то вопросы, то мы можем это тоже обсудить. И в заключение мы поговорим о особенностях сертификации именно в этом году, включая и изменения, которые произошли в правилах сертификации, и, ну и плюс особенности нашего пандемийного времени, которые также повлияли и на сертификацию. Вот, ну и также некоторые изменения, которые произошли и в требованиях, в том числе законодательства. Ну, два слова. Я представляю компанию, группу компании Welt Group, в состав которой входит орган по сертификации, поэтому если кому-то нужно будет после внедрения системы менеджмента безопасности пищевой продукции сертифицироваться, то также мы можем вам в этом помочь. Вот. Также здесь в состав входит консалтинговая компания и Международная академия современного профессионального образования, лицензированное учреждение, которым самые разные темы обучения вы можете пройти. Ну и вот, собственно, немножко обо мне. Я уже давно всем этим занимаюсь. Больше 18 лет я в консалтинге. Также занимаюсь сейчас еще и аудитом. Я занимаюсь консалтингом и в системах менеджмента пищевой безопасности, системе менеджмента качества и других. То есть масса стандартов, с которыми я работаю. Вот. И, собственно, надеюсь, что мой опыт будет вам полезен. Ну и давайте начнем. Наш первый вопрос, что же такое ХАСП вообще? Нам вообще со всех сторон слышится. У вас есть ХАСП?
Да, у вас должен быть хасп. Как это у вас нет хаспа? Что это за такие слова? Как вы знаете, может быть, или не знаете, если не знаете, то я вам скажу, что хасп — это от английского Hast Analysis and Critical Control Points, то есть вот эти русские буквы хасп, они никак не расшифровываются, это не аббревиатура, они никак не переводятся, это просто с английского. Что в переводе означает анализ опасности и критические контрольные точки. На самом деле, очень многие пищевые предприятия, они боятся этой системы хасп. Они считают, что это очень сложно, что это нужен какой-то, там, не знаю, очень умный, с большой головой человек, который будет вот всем этим анализом заниматься и так далее. На самом деле, сама концепция, которая заложена в систему хасп, она довольно простая и логична. Здесь есть, вот можем посмотреть, три ключевых слова. Это идентификация, оценка и управление опасностями, существенно влияющими на безопасность продукции. Если мы это расшифруем, что такое идентификация? Это ответ на два вот этих вопроса. Какие опасности, связанные с нашей продукцией, которую мы как предприятие выпускаем, могут возникнуть? И на каких этапах они могут возникнуть? То есть мы должны с вами это четко понимать. Следующий вопрос – это оценка. Являются ли выявленные опасности значительными для нашей продукции? То есть одна и та же опасность может быть значительна для одного пищевого производства или незначительна для другого. Да? То есть мы должны оценить, взвесить их, определить значимость. И третий вопрос – это управление. А как мы можем этими опасностями управлять? Как мы можем контролировать их, чтобы они находились в допустимых пределах, ну, либо их устранить? И вот основной, конечно, момент, который в системе HASP, это предупреждение, а не реагирование. У нас до сих пор еще очень многие предприятия предпочитают реагировать на проблемы. Да, то есть случилось что-то, мы начинаем реагировать каким-то образом. Система HASP предусматривает, что мы не ждем, пока что-то случилось, а предпринимаем все необходимые действия для того, чтобы ничего не случилось, для того, чтобы наш продукт на выходе был безопасен. И вот это очень такой важный ключевой момент. И, ну, скажем так, до внедрения системы HASP, как я уже сказала, очень часто компании полагались на тестирование конечной продукции. Но это ненадежный инструмент, поскольку, когда мы полагаемся на тестирование конечной продукции, мы всегда тестируем какое-то небольшое количество, это всегда выборка некая. Мы не можем протестировать 100% продукции, да, то есть мы не можем с уверенностью сказать, что наша продукция безопасна, если будем полагаться только на испытания конечного продукта. И, соответственно, мы можем провести испытания по некой выборке, а опасный продукт в эту выборку может просто не попасть, да, и, соответственно, никакой гарантии у нас нет. Ну и, что тоже немаловажно, это то, что сама по себе система HASP, она начинается, как я уже сказала, не с конечного продукта, а с головы процесса. Начинают получение сырья и материалов, их хранение и прохождение через всю технологическую цепочку, вплоть до отгрузки, транспортировки, доставки до вашего заказчика. То есть полностью вся цепочка. Ну и, может быть, если кто-то не знает, я тоже два слова скажу, что касаемо, откуда эта система вообще взялась, да, на нашу голову. Это, как многие вещи, пришло из Соединенных Штатов Америки. И в 60-х годах прошлого века возникла такая проблема. Когда начались полеты в космос, то очень остро встала проблема обеспечения безопасности пищевой продукции для космонавтов, астронавтов. Потому что одно дело, когда проблема происходит здесь на Земле, мы человеку можем помочь. Совершенно другое дело, когда проблема происходит в космосе, где помощи, в принципе, ждать неоткуда. И хотелось иметь гарантии того, что те продукты питания, которые снабжают для астронавтов, они были безопасны. И вот такая задача встала. И, соответственно, вот компания Pillsbury американская, она и разработала, собственно, вот в 60-х годах 20 века эту систему анализ опасности и критические контрольные точки. И даже первое время она была такой секретной, то есть никому ее не разглашали, как ноу-хау некое. Вот. Но со временем эти требования системы HASP, они вошли в законодательство большинства стран мира. Значит, у нас в России много лет эти требования не были обязательными, как вы знаете. Но с введением ТРТС-021, технического регламента Таможенного союза 21 о безопасности пищевой продукции, система HASP стала обязательной и в России.
Некоторые спрашивают, обязательно ли сертифицировать систему HASP. Так вот, ТРТС-21, он требует наличия ее внедрения системы HASP, но не требует сертификации. То есть сертификация не является обязательной. Вам могут говорить некоторые люди, что да, вам надо обязательно ее сертифицировать, но это не является обязательным в соответствии с требованиями законодательства. Главное, чтобы эта система у вас работала в компании. В том числе и при проверках Роспотребнадзора, например, да, они не будут спрашивать, нет, если у вас есть сертификат, это хорошо, но если у вас его нет, никто с вас за это штрафовать не будет и требовать от вас этого сертификата не имеет права. Другое дело, что если он у вас есть, это может служить дополнительным таким, ну, доверием, наверное, да, можем сказать, если вы по какому-то таком хорошем органе сертификации сертифицировались, известным, признаваемым, тогда да, это будет повышать доверие. Ну и последнее, почему еще все это важно, наверное, потому что вот рост, потому что вот эта информация на слайде, она с сайта Всемирной организации здравоохранения. Если посмотреть на эти цифры, то они, конечно, наверное, шокируют на первый взгляд. Ежегодно 600 миллионов человек по всему миру. Это огромное количество, это больше населения многих стран. 600 миллионов – это там несколько российских федераций, скажем так, да, в полном объеме, включая стариков и детей. Заболевают именно от последствий употребления пищевых продуктов, которые не соответствуют требованиям пищевой безопасности. Это огромная цифра. И, в принципе, вот Всемирная организация здравоохранения, она в том числе выражает свою озабоченность в связи с этим. И именно по этой причине в законодательство многих стран вводится обязательное вот это наличие внедрения системы HASP. Почему? Потому что эта система при ее эффективном внедрении должна позволить компании обеспечить на выходе безопасный продукт. И это важно. Ну, еще тут есть некоторая информация, да, просто для вашего интереса. Ну и вот последний пункт на этом слайде, что помимо заболеваний, это также еще и нагрузка на систему здравоохранения. То есть если у нас массовые там, пищевые отравления, например, и так далее, это дополнительная нагрузка на систему здравоохранения. Это проблемы, которые могут быть в туризме. Это вообще проблемы для экономики страны в целом. Поэтому это важно. Ну и вот почему нам СМБПП – это система менеджмента безопасности пищевой продукции, то, что вы видите на слайде, заголовок. Почему она нам необходима? Как я уже сказала, да, это существует такая проблема, и мы с вами все конечные потребители. Мы все ходим в магазины, в кафе, в рестораны. И, конечно, когда мы покупаем какой-то товар в магазине, какой-то продукт, мы ожидаем, что он безопасен, что мы придем, там, приготовим или уже готовый продукт купим, и наша семья употребит этот продукт и останется жива, здорова. Это наше ожидание, да, когда мы идем с вами в магазин или в какое-то предприятие общественного питания. И это одна из существенных причин, почему пищевым предприятиям нужна определенная система, которая будет позволять стабильно производить и выпускать безопасную продукцию. Ну и, как я уже говорила, второй мотив наш – это требования законодательства. Даже если бы мы этого не хотели, теперь мы обязаны по закону это иметь. Ну и что же нам, собственно, позволит система менеджмента безопасности пищевой продукции получить? На самом деле, очень многие руководители предприятий воспринимают систему как нечто такое, что вот там где-то менеджер по качеству или технолог, он вот что-то там сидит, копошится, вот это его ответственность, вот он у нас отвечает за безопасность пищевой продукции. Да, но на самом деле любой руководитель должен понимать, что эффективная система, система менеджмента безопасности пищевой продукции в первую очередь ему позволит спать спокойно, потому что он будет понимать, что у него работа организована, что идет постоянный анализ, оценка того, что происходит, что проблемы не остаются без внимания, что на проблемы реагируют и так далее. То есть это на самом деле очень выгодно для любого руководителя, чтобы у него эта система работала. Второе, что позволит эффективная система, это повысить общий уровень пищевой безопасности в компании, и я бы даже сказала, повысить уровень культуры пищевой безопасности в компании. Что такое культура пищевой безопасности?
Это то, как мы... Ну, такой самый простой, наверное, пример. Вот есть требования на любом пищевом производстве. Перед тем, как зайти на производство, нужно помыть руки. Да, есть такое требование, все знают. Всегда выполняется это требование? Наверное, по-разному. Да? Если кто-то смотрит, наблюдает из мастеров, например, то все, как зайчики, идут и моют руки. А если никто не смотрит? Какова у нас вероятность того, что кто-то пройдет и руки эти не помоет? Существует такая вероятность? Вполне себе. Так вот, уровень культуры пищевой безопасности, он как раз и отражает это, что человек делает правильно, так как нужно, даже тогда, когда на него никто не смотрит. Вот это уже, ну это высший пилотаж, да, высший уровень культуры пищевой безопасности. И сейчас, кстати говоря, во многих международных стандартах появились в том числе такие требования оценивать уровень культуры пищевой безопасности в компании. Да, там некоторые компании проводят, например, анонимное анкетирование. Мы в том числе там проводили в некоторых компаниях, когда именно анонимное анкетирование, чтобы люди честно отвечали на вопросы. И там были такие вопросы, как, например, меняется ли ваше поведение, когда проходит проверка какая-то. Ну, какой-то аудит к вам приезжает или какая-то проверка. Меняется ли при этом поведение внутри компании? Ну, потому что, наверное... В 90% компаний я бы сказала, что очень сильно все меняется, да, и все там стараются соблюдать все требования на момент проверки там, и так далее. Вот. Но есть ряд компаний, где действительно все работает. Они не готовятся к проверкам, они в любой момент к ним готовы, и поэтому поведение не меняется. Но вот в рамках этого анкетирования можно как раз и при грамотно составленных вопросах как раз и оценить, как люди сами, причем это анкетирование должно быть на уровне от рядовых работников до генерального директора. То есть каждый со своей колокольни должен ответить, как он считает. Возможно, могут быть разные вопросы, там, для высшего руководства одни вопросы, для, там, скажем, рядовых сотрудников другие вопросы. Вот. Но, тем не менее, это позволит вот такой массовый опрос получить объективную картину того, как люди воспринимают, что происходит в компании, как руководство относится к пищевой безопасности, как они сами относятся к пищевой безопасности, как их коллеги относятся к пищевой безопасности и так далее. Но в любом случае эффективная система менеджмента безопасности пищевой продукции, она, конечно, должна нам позволять постоянно этот уровень приподнимать, уровень культуры пищевой безопасности. А что это для нас означает? Это означает повышение доверия от наших потребителей, от наших заказчиков. Ну и последнее, но немаловажное, преимущество от эффективной системы – это то, что она позволяет избежать штрафов. Почему? Потому что если у нас работает система, то мы всегда в курсе требований законодательства, мы выполняем эти требования законодательства, и в случае любых проверок мы всегда можем это показать. По крайней мере, мы можем минимизировать, так скажем, вероятность штрафных санкций каких-то. Ну, а вот так, например, пользу от внедрения системы менеджмента безопасности пищевой продукции видит стандарт ISO 22000. Это вот оттуда информация. И я бы здесь обратила ваше внимание вот на первое предложение о том, что система позволяет вам постоянно поставлять безопасную продукцию. То есть безопасный продукт — это не результат случайного стечения обстоятельств. Да, то, о, хорошо, у нас отлично получилось сегодня, все классно. Да? А это именно результат работы вашей системы. То есть вы постоянно можете поставлять безопасную продукцию. Ну и плюс из того, что здесь указано, тоже можно обратить внимание, по рискам мы еще отдельно поговорим. Это такой один из, наверное, сложных вопросов, да, внедрения системы. Ну и плюс это возможность продемонстрировать свое соответствие требованиям. Кому продемонстрировать? Контролирующим органам, клиентам, которые хотят с нами заключить договор, чтобы мы стали их поставщиками. Да, ну и конечным потребителям тоже. Ну вот здесь на следующем слайде у нас с вами приведены некоторые примеры стандартов, которые основаны на принципах HACCP. В самом центре у нас это стандарт ISO 22000, самый, наверное, известный из всех стандартов международных.
Сама вот эта аббревиатура ISO, ISO — это международная организация по стандартизации, которая разрабатывает там тысячи разных стандартов, в том числе технического характера. Там, не знаю, например, сим-карта в наших телефонах, она произведена по одному из стандартов ISO. Но также международная организация по стандартизации разрабатывает и целый ряд стандартов на систему менеджмента. Все, наверное, знают систему менеджмента качества, стандарт ISO 9001. Да, есть стандарт по системе управления охраной труда ISO 45001, по экологическому менеджменту ISO 14001. И вот один из таких стандартов на систему менеджмента – это стандарт ISO 22000, который касается системы менеджмента безопасности пищевой продукции. Ну и, собственно, вот основной наш акцент сегодня будет именно на нем. Плюс это схема сертификации, это даже не стандарт. Вот в левом верхнем углу FSSC 22000 – это не стандарт, это схема сертификации. Тоже мы сегодня о ней с вами поговорим. Вот это таких два основных момента, которые мы затронем. Но плюсом к тому есть еще, например, такие стандарты, как BRC – это британский стандарт. И он, кстати, помимо пищевой безопасности, затрагивает также вопросы качества. Это стандарт IFS, французский стандарт, который также помимо пищевой безопасности затрагивает вопросы качества еще. И SQF – это американский стандарт. Они все, в принципе, похожи. То есть у всех в основе лежит какая цель? Обеспечить безопасность пищевой продукции. Но там есть некоторая специфика. Я бы сказала так, что вот стандарт ISO 22000, он – это стандарт на систему менеджмента. А стандарты, например, BRC и IFS, они даже себя позиционируют как стандарт на продукцию. Там есть требования к системе менеджмента, но основной акцент там именно на продукцию. И там очень много таких специальных, достаточно детализированных, конкретных требований, в отличие от стандарта ISO 22000. То есть в ISO 22000 очень много требований, которые, может быть, зачастую для компании непонятно, как выполнять, потому что они написаны достаточно общими словами. А вот в стандартах BRC и IFS требования достаточно конкретные. Вот. Но мы сейчас посмотрим с вами, вы увидите, о чем я говорю. У нас в России, да и во всем мире, в принципе, если вот посмотреть по количеству, то скорее, ну вот почему он в центре здесь, собственно, этот стандарт ISO 22000 нарисован, что это один из, наверное, самый распространенный, пожалуй, в мире стандарт. Почему еще? Потому что, например, вот несколько лет назад пытались, еще лет 10, наверное, назад, наши заказчики пытались, например, найти в России аудитора по BRC, чтобы сертифицироваться по стандарту BRC Food. И это было очень сложно, потому что практически в России их не было. Сейчас уже, конечно, за 10 лет ситуация поменялась, но тем не менее. И аудиты сами по BRC Food и по IFS Food, они дороже стоят. Существенно, причем дороже стоят, чем, например, аудит по ISO 22000. Но здесь нужно отметить такой момент. Есть такая организация GFSI, которая, это глобальная пищевая инициатива, которая сравнивает между собой разные стандарты и говорит, что они равнозначны, например. Так вот, вот эти, которые по периметру стандарты, IFS, BRC, SQF, FSSC 22000, они одобрены этой глобальной пищевой инициативой. А вот стандарт ISO 22000 нет. Почему? Именно потому, что там недостаточно конкретно прописаны ряд требований. Вот. И поэтому некоторые компании при выборе того, каким стандартом им воспользоваться, они иногда вынуждены выбирать какие-то из стандартов, вот, которые у нас по периметру этого слайда. Почему? Потому что, например, их заказчики говорят, сертифицируйтесь по любому стандарту, но он должен быть одобрен GFSI, то есть глобальной пищевой инициативой. И тогда им ISO 22000 уже не подходит. У нас это в основном могут быть крупные заказчики, крупные международные какие-то холдинги, которые ищут себе поставщиков пищевых, пищевого там сырья, например, да, или пищевой продукции какой-то. Вот, у них это зачастую бывает такое требование. Ну и плюс... Надо отметить, что многие сети крупные, многие холдинги, они имеют свои собственные стандарты сетевые, которые тоже основаны на принципах HACCP, но они включают тоже какие-то свои специфические требования.
И здесь, конечно, зависит от того, с кем вы работаете. Да, то есть, что может повлиять на выбор стандарта, это в том числе требования ваших заказчиков. Не знаю, насколько у вас, насколько для вас это актуально. Требуют что-то у вас заказчики, вообще какую-либо сертификацию? Не требует ничего? Ольга Николаевна. Ага. А с точки зрения международной сертификации ничего с вас не требует? Угу. Ну, как мы уже говорили, с вами сертификат в принципе не обязателен, но бывают ситуации, когда, например, вы выходите на тендер для того, чтобы поставлять куда-то продукцию, и одним из условий тендера является наличие сертификата. И здесь вам приходится либо срочно что-то делать, предпринимать. Если вы готовы, то можно, в принципе, довольно быстро сертифицироваться, а вот если вы не готовы и вам нужно еще время, это, конечно, может быть проблемой, и это может вас просто отрезать от участия в каком-то тендере того, чтобы стать поставщиком какой-то крупной сети, например. Да? То есть это тоже может быть такой проблемой. Причем обратите внимание, пожалуйста, тоже однажды такая была у нас ситуация, когда, по-моему, перед Олимпиадой в Сочи, когда шел отбор, кто будет поставщиками на Олимпиаду, и организаторы тендера указали, что, значит, вот, пожалуйста, по-моему, они FSSC22000 требовали, я сейчас точно не помню уже, вот, а у компании был BRC, к примеру, стандарт, который ничуть не хуже. Вообще это равнозначные, по сути, стандарты, признаваемые глобальной пищевой инициативой. Но поскольку организаторы тендера в этом ничего не понимали, им сказали FSSC, они вот галочкой просто проверяют. Нет FSSC, все, вы не подходите. Вот. И тогда писали такое разъяснительное письмо, объясняя организаторам этого тендера, что, ребята, вообще-то это равнозначные стандарты, и даже во многих вещах стандарт BRC более жесткие требования предъявляет производителям, чем FSSC22000. Вот. И, в принципе, это объяснение удовлетворило, потому что компания хотела срочно сертифицироваться по FSSC, потому что как же такой тендер, мы тут большие объемы на Олимпиаду можем поставлять. Вот. Но этого разъяснения хватило, поэтому имейте в виду, пожалуйста, что даже когда вы в тендере участвуете, зачастую организатор, например, там отдел закупок или кто этим там занимается, он может не знать таких деталей, да, он может вписать, он слышал что-то, что вот нужно какой-то там сертификат иметь, вот, но он может не понимать до конца, в чем разница между ними и что там они равнозначны, неравнозначны, вот, и вы можете, соответственно, такие пояснения дать, и этого может вполне быть достаточно. Там нет вопросов, Анастасия? Да? Ну вот давайте посмотрим сейчас, в чем заключается разница между системой HACCP 122000 и FSSC 22000, такие основные наши стандарты, о которых мы сегодня поговорим. Но как вы видите, такая по принципу матрешки, да, можем сказать. То есть HACCP у нас всегда лежит в основе, неважно. 122000 это или FSSC 22000. Но если, например, система HACCP у нас касается конкретно производственного процесса, да, конкретно опасности, связанных с производственным процессом, управления этими опасностями, то стандарт ISO 22000, он добавляет сюда требования к системе менеджмента компании, чего в HACCP нет. То есть HACCP это такая очень такое локальное требование, касающееся чисто производства. ISO 22000 расширяется до системы менеджмента, в которой будут требования уже к планированию системы, к разработке политики, к постановке целей, к оценке рисков на уровне организации, к распределению там обязанностей, ответственности, к анализу системы и так далее, и так далее. То есть это масса требований, о которых мы сегодня поговорим. А FSSC 22000 – это еще более широкий спектр требований. То есть FSSC 22000 включает в себя в полном объеме требования ISO 22000 плюс требования технической спецификации, касающие вот ISO TS 22002, это технические спецификации на программы предварительных условий, о которых тоже мы чуть попозже поговорим. И плюс есть еще дополнительные требования. То есть можем сказать, да, как у нас такая большая матрешка. Мы их друг друга складываем. И
самое широкое из вот этих трех стандартов, самые широкие и большие требования, это требования именно FSSC 22000. Ну, плюс еще надо обратить внимание, что в чем еще разница? В области применения. То есть не все предприятия могут, например, сертифицироваться по FSSC 22000. Нужно всегда смотреть. Там есть, там чуть попозже, когда мы дойдем до FSSC, я покажу на слайде область применения. То есть у ISO 22000 более широкая область применения. По ISO 22000 могут сертифицироваться в том числе компании, которые косвенно связаны с пищевой отраслью, например, производители моющих средств. По FSSC 22000 они не смогут сертифицироваться, потому что они просто в область не попадают применения. То есть, если мы будем говорить об области применения, то у нас вот эта матрешка будет в обратную сторону. Да? У FSSC поменьше область, у ISO 22000 побольше. Теперь о том, где найти эти требования. Ну, если мы говорим о HACCP, то вы можете почитать оригинал на английском языке. Он у нас находится на сайте fao.org. Это документ, который называется «Общие принципы пищевой гигиены». Посмотрите, пожалуйста, на год. 69-й. Довольно старый документ. При этом надо сказать, что он всего несколько раз претерпевал какие-то корректировки. То есть он довольно стабильный. При этом последняя корректировка была в 2020 году. Довольно свежая. Вот. Но в целом он, поскольку там такие основополагающие принципы заложены, они не меняются со временем. То есть там какие-то небольшие корректировки были, но они достаточно несущественные. У нас в России есть вот такой ГОСТ. ГОСТ Р-51705.1 2001 года, в котором... В принципе, тоже описаны требования к системе HACCP. Вы их можете найти либо вот на этом сайте, вот сайт protect.gost.ru, там официально все ГОСТы, поскольку у нас по законодательству ГОСТы должны быть доступны, то вот на этом сайте они все, любые ГОСТы, которые вы захотите посмотреть, на этом сайте есть, в том числе и вот ГОСТ Р на HACCP, ГОСТ Р-51705.1. Единственное, что там их невозможно оттуда скопировать, то есть... Ну, читать можно, копировать нельзя. То есть у нас, как обычно, с одной точки зрения, по законодательству ГОСТы должны быть доступны, с другой стороны, с точки зрения, сделано все, чтобы мы покупали, потому что пользоваться неудобно. Ну, а если у вас есть доступ, например, в «Консультант Плюс» или в «Гарант», или там в какие-то другие информационные системы, там, естественно, этот ГОСТ также есть. Пожалуйста, можете им пользоваться. Что касается стандарта ISO 22000, сейчас действует версия 2018 года, на сайте iso.org вы можете оригинал, но только купить, потому что весь мир эти стандарты покупает, в свободном доступе их нет. Ну, если только где-то кто-то не выложил, да, не сделал доброе дело и не выложил бесплатно. Но, как я уже говорила, по российскому законодательству ГОСТы должны быть доступны, и поэтому перевод стандарта ISO 22000 2018 года, он называется ГОСТ-Р ISO 22000-2019. Это одно и то же. Это один и тот же стандарт. Просто ISO 22000-2018 – это оригинал, а ГОСТ-Р ISO 22000-2019 – это перевод. Хотя на самом деле, если вы почитаете предисловие к этому стандарту, то вы увидите, что там написано, что он разработан. На самом деле он не разработан, просто переведен. Он абсолютно идентичен международному стандарту. То есть многие тоже здесь путаются, почему годы разные, может, это стандарты разные. Нет. Это один и тот же стандарт. Опять же, вы можете как на этом сайте его найти, так и в «Консультанте», в «Гарантии» и других информационных системах, пожалуйста. И что касается FSSC 22000, сейчас действует версия 5.1. Есть сайт fssc22000.com. Там, к сожалению, все только на английском языке. Вот, но если вы владеете английским языком, то там, пожалуйста, все документы, касающиеся этой схемы сертификации, вы можете найти. И, кстати, помимо самих требований, на этом сайте есть также еще ряд руководств, которые помогают в понимании требований. Например, там есть руководство по food defense, по защите продукции, да, по анализу, по food fraud, по предотвращению фальсификации продукции, там и ряд других. Вот, которые могут помочь именно во внедрении требований. Я, честно говоря, не знаю, может быть, в интернете можно это и перевод какой-то найти на русский язык, просто я оригиналом пользуюсь, но не видела на русском языке, возможно, есть.
Скорее всего, да нет, ну наверняка они есть, просто как мне не, поскольку не нужно было, я особенно на это внимание не обращала. Вот, то есть вот это вот источники информации, которыми вы можете пользоваться. Ну и давайте перейдем с вами к стандарту ISO 22000. Еще раз напомню, что мы не будем подробно обсуждать требования, поскольку на это уйдет у нас ушло бы два дня. Да, мы могли бы тут два дня с утра до вечера сидеть и обсуждать эти требования, потому что если мы начнем углубляться в каждое, то там раскроется бездна. Да, вот. Но, тем не менее, мы посмотрим как бы общий подход, и, возможно, я попрошу и тех, кто здесь находится, и тех, кто дистанционно, писать вопросы по мере обсуждения вот каких-то требований, что, может быть, вы столкнулись с какими-то проблемами при внедрении, и мы могли бы с вами эти проблемы сразу же обсудить. Но перед тем, как мы уже будем смотреть требования, еще обращу ваше внимание на те принципы, которые заложены, на которых, принципы, на которых построен стандарт ISO 22000. У компаний, которые имеют у себя систему менеджмента качества в соответствии со стандартом ISO 9001, вот эта правая колонка, начиная от ориентации потребителя там и вниз, она не должна быть незнакомой, потому что это принципы менеджмента качества. То есть, по сути, это общие принципы, на которых основаны все системы менеджмента, независимо от ее специфики. Пищевка – это качество, охрана труда или экология. Это одни и те же принципы. То есть мы всегда ориентируемся на того, кто будет потреблять нашу продукцию. Мы, собственно, для них работаем. Нет потребителей, нет нашей компании. Это естественный, да, момент. Очень также важный принцип – это принцип лидерства. То есть без роли руководства, без решающей роли руководства никакая система работать не будет. У нас может быть гениальный менеджер по качеству или директор по качеству, который разработает шикарную систему с отличными требованиями, все понятно. Но если нет воли руководства и желания руководства эту систему, чтобы она действительно реально работала, а не стояла на полочке, никакая система работать не будет. И поэтому это один из основополагающих принципов, собственно, любой системы. Ну, я не знаю, как вы, а я сталкивалась неоднократно, когда работаешь с компанией, и понятно, что там мы стараемся разработать там отличные там процедуры, какие-то инструкции, чтобы они были понятны пользователям, чтобы они отражали реальную ситуацию, чтобы они были неформальными, да, но когда руководитель предприятия не показывает личный пример в выполнении тех или иных требований, то, к сожалению, ничего не работает. Это как с тем же мытьем рук, о котором мы говорили, да, есть такое требование, мы заставляем работников, но при этом, например, руководитель идет на производство и не считает нужным это делать. Работники это видят и, соответственно, понимают, что раз руководитель не делает, значит, наверное, это не так уж и важно. Почему я должен делать? Я понимаю этого работника, потому что если встать на его место, то понятно, что важности в этих требованиях нет, раз их не выполняют сами руководители. Вот. Тоже важный очень принцип – это вовлечение персонала, потому что мы тоже понимаем, что мы можем разработать много всего интересного, но если мы не привлекаем персонал в разработку требований, в их модернизацию, модификацию, улучшение, изменения, если не обучаем персонал и так далее, не привлекаем персонал к обнаружению каких-то проблем, потому что персонал на местах всегда лучше знает, что там происходит, например, в ночное время, там, на производстве, да, и так далее. Он видит эти проблемы. Но если он их замалчивает, то мы об этом с вами, как руководители, никогда не узнаем. Если же персонал понимает это и разделяет наши вот эти принципы все, то, естественно, он рассказывает о проблемах, и, соответственно, это помогает нам проблемы решать. Ну, вот и так далее, да, то есть мы можем по этим принципам пройтись. Ну и дополнительно к вот, принципам менеджмента качества также есть еще определенные такие ключевые моменты. Очень важен это обмен информацией. Вот в пищевой безопасности это 100% важно, потому что у нас идет обмен информацией, например, с поставщиками, в том числе по требованиям к закупаемому сырью, например. У нас идет обмен информацией с клиентами, в том числе тоже и о требованиях пищевой безопасности. У нас есть обмен информацией внутри, с работниками, с руководителями по горизонтали, по вертикали и так далее. То есть это реально должно хорошо
работать. Здесь я бы хотела обратить внимание, видите, вот эти вот аббревиатуры PRQ, PPU, POPM, страшные какие-то. На самом деле в английском варианте это prerequisite programs, то есть, можно сказать, предварительные программы. Иногда их переводят как программы предварительных условий, то есть PPUM. В ISO 22000 они переведены как программы обязательных предварительных мероприятий, то есть POPM. Иногда их переводят как программы предварительных мероприятий, как PPM. То есть все эти аббревиатуры, если вы их встречаете, вы их не пугаетесь, это все одно и то же. Можно поставить знак равенства. Что это такое? Это некий фундамент, на котором основано любое пищевое предприятие, вне зависимости от того, что оно производит. Вот эти вот самые предварительные программы в любом предприятии, они носят обычно форму каких-то инструкций. Например, личная гигиена, борьба с вредителями, уборка, мойка, дезинфекция, требования к личной гигиене и правилам поведения персонала, требования к техническому обслуживанию оборудования и так далее. Да, то есть это некая база, без которой никакое пищевое предприятие не может обеспечить безопасность продукции. Светлана, ну, простите, да. Сразу как раз вопрос, да. Раз начали про основополагающий момент. Коллеги спрашивают, а принципиально или обязательно ли наличие блок-схем при внедрении системы ХАСП на предприятие? Можно ли обойтись без них? А если нет, какие последствия отсутствия их вызовет? Да, обязательно. Если я правильно понимаю, что имеет в виду наш слушатель, блок-схема или технологическая схема, другими словами, когда мы проводим анализ ХАСП, это один из обязательных элементов. Ну, это, наверное, первое, что спрашивают, когда даже ваш, если заказчик придет к вам с каким-то там аудитом, например, и так далее. Почему? Потому что это некое краткое визуальное представление вашего технологического процесса. Без него невозможно дальше как-то системно, логично проводить анализ. Мы дойдем до этого еще, вот в разделе основы анализа ХАСП, мы об этом поговорим, но это обязательный элемент. И это будет вот здесь, вот в последнем блоке с левой стороны, в блоке ХАСП. Один из обязательных элементов. Вот. Ну, то есть вот это то, на чем, собственно, вот стандарт 22000 построен. Ну вот давайте посмотрим сейчас на структуру стандарта ISO 22000. Видите, она разбита на несколько блоков, на 4 блока в частности. И в центре у нас такая картинка, наверное, многим известная. По-английски там написано Plan, Do, Check, Act. Так называемый цикл Деминга. И по-русски планируем, выполняем, проверяем и действуем по результатам. То есть вот все требования стандарта, они построены по этому принципу. У нас есть несколько разделов, связанных с планированием системы. У нас это вот plan синенькая, да, у нас. У нас есть раздел, связанный с выполнением, это раздел 8, производственная деятельность. Только здесь у нас ХАСП где-то внутри находится. Все остальное это системные требования. У нас есть раздел чек или проверка, он носит название оценка результатов деятельности. И у нас есть последний раздел, улучшение, 10-й раздел улучшения. Вот. И подобная структура, она как раз отражает то, что любая система не должна стоять на месте. То есть это не то, что мы один раз разработали и навсегда. Да, она должна постоянно, то есть мы запланировали, сделали, проверили, что получилось, посмотрели, как можно улучшить в следующий раз. И вот этот колесико у нас постоянно крутится. Если оно у нас крутиться не будет, то, знаете, можно представить вот наклонную плоскость, да, на которой стоит машина. Если она у нас, мы не нажали тормоз, то что мы будем делать? Мы будем скатываться вниз. Так вот это вот колесико, которое у нас должно постоянно крутиться, иначе мы будем с вами катиться вниз. Почему? Потому что меняется законодательство, меняются требования заказчиков, меняется среда вокруг нас. Вот, то есть все меняется, мы не можем стоять на месте. Ну и вот, мы не будем дальше привязываться к пунктам стандарта, мы просто посмотрим с вами
некоторые моменты, на которые нужно обратить внимание при планировании и внедрении системы. В частности, вот на этом слайде мы с вами посмотрим вопросы, связанные с планированием системы. Видите, они здесь у нас пронумерованы, начиная от определения среды организации. Кстати говоря, это очень такие непонятные вопросы. Что такое «поймите среду организации» вообще, о чем это? Нечто непонятное, да? И, кстати, вот это требование появилось в версии 2018 года, ISO 22000. В предыдущей версии этого ничего не было. А в версии 2018 года как раз появился ряд требований, которые касаются действий на уровне компании в целом. Не уровня производства, а на уровне организации компании в целом. И как вы посмотрите, даже если по вот этим заголовкам, которые на слайде, то вы увидите, что это, ну, можете догадаться, что это касается не производства и не технологий, а организации в целом и высшего руководства компании. Так вот, что имеется в виду? Поймите среду организации, то, с чего рекомендуется начать. Здесь имеется в виду, что нужно понять, определить те факторы, внешние и внутренние, которые влияют на вашу деятельность. Это может быть, например, что такое внутренние факторы? Например, у нас высокий средний возраст персонала. Это может повлиять на нашу деятельность? Вполне себе может, потому что кто-то на пенсию уйдет или там болеть будет чаще и так далее. Или у нас молодой неопытный персонал. Такой тоже может быть, да, фактор. Новая компания, мы набрали молодежь, у нас нет опытных, например, руководителей. Может быть это проблема? Конечно, может быть проблема. Или у нас старое оборудование. Как это может повлиять на нашу деятельность? Возможно, нам нужно больше внимания обращать на техническое обслуживание и планово-предупредительные ремонты. Или у нас новое современное оборудование. Да, нам нужно обращать внимание на ТО и ППР, но, может быть, в меньшей степени, потому что у нас еще оно новое, там, на гарантии и так далее, и так далее. Что касается внешних факторов, это может быть, начиная от экономической ситуации до там, той же пандемии, например. Это фактор, который однозначно влияет на деятельность любой компании, тем более пищевой компании. Для чего мы это делаем? То есть вот в стандарте так и написано. Определите внешние и внутренние факторы, которые влияют на достижение целей вашей системы менеджмента. То есть, грубо говоря, на то, что мы можем стабильно и постоянно выпускать безопасную продукцию. Какие факторы влияют? Для каждой компании они будут свои. Поэтому сам по себе стандарт, он не говорит, как вы должны это сделать. Он просто говорит, что вы должны это сделать для того, чтобы иметь понимание, в какой среде находится компания, что на нее влияет. И, кстати говоря, если мы посмотрим на вот все эти требования, они сейчас, в общем-то, одинаковы для всех стандартов на систему менеджмента. ISO 9001 качество, ISO 45001 охрана труда, ISO 14001 экологический менеджмент. То есть на уровне организации в любом случае компания должна определить эти моменты. Для чего? Для того, чтобы выстраивать свою систему с учетом этих факторов, которые на нее влияют. Да. Большая, ну, относящаяся, скажем так, к малому и среднему бизнесу, занимается поставками мяса в торговую сеть. Торговая сеть требует сертификации по ХАСПу. Компания согласна провести и начинает проводить, соответственно, сертификацию. И сегодня весь технологический цикл этой компании заключается в приобретении замороженного сырья, дальше дефростация, упаковка в соответствии с требованиями заказчика и поставка, соответственно, в торговую сеть. Вместе хранения на холодильнике. Холодильник отказывается. Это наша арендованная территория. Мы арендуем территорию там, поскольку сами не имеем возможности хранить большие объемы замороженного сырья, но холодильник отказывается сертифицироваться по ХАСПу. Сертифицирующий орган отказывает мне в сертификации из-за того, что я храню на площадке, которая не сертифицирована. В данном случае это тупик или есть решение вопроса? Ну, не совсем сюда, наверное, к этому вопросу, но вопрос важный.
безусловно. Ну, надо, наверное, здесь еще поизучать информацию все-таки, но то, что вы храните в холодильнике, который вам не принадлежит, не снимает обязательств того, что поскольку за безопасность и качество продукции перед клиентом отвечаете вы, то клиента, в принципе, не должно интересовать, вы на своих мощностях храните или на каких-то арендованных. Требования должны в любом случае выполняться. Поэтому, в принципе, так, то есть холодильник арендованный, да? Я понимаю. То есть это там не только ваша продукция хранится. Если вы будете, ну, в смысле, вы — это маленькая компания, да, которая занимается поставками, сертифицироваться, этот холодильник, он разрешит проведение аудита на своей территории? А, ну, ну. Ну, здесь либо надо с ними договариваться, либо искать другой холодильник. Другого варианта здесь, к сожалению, нет, потому что когда эта компания будет сертифицироваться, она заявит, что у нее хранение происходит в стороннем холодильнике, и аудитор туда поедет смотреть, в каких условиях, потому что на самом деле это основной процесс, да, весь, который у вас происходит, там дефростация, хранение, упаковка, она вся в этом холодильнике происходит. А, ну, неважно, да, имеется в виду, что значительная часть вашей деятельности, да, и которая влияет действительно на безопасность продукции, в том числе и соблюдение температурных режимов, да, и там риски попадания посторонних каких-то предметов, в зависимости от того, что там рядом хранится, перекрестное какое-то загрязнение, там может быть аллергенное загрязнение, все что угодно, то если они отказываются выполнять требования, то, к сожалению, здесь ничего не получится. То есть либо вы их уговариваете, воспитываете потихонечку, давите на них, и, может быть, они со временем соглашаются, ну, либо ищите другой холодильник. Да. Кстати говоря, это один из факторов внешних, который влияет на деятельность. У нас отсутствие, например, да, отсутствие собственных холодильных камер, да, для хранения продукции. Это один из факторов, который влияет, и с которым дальше, если мы вот так вот по этой цепочке пройдем, пункт восьмой, как реагировать на риски. Для вас вот этот фактор отсутствия собственных холодильных камер ведет к рискам. Каким рискам? Несоблюдение требований к условиям хранения. Да? И, соответственно, вы этот риск тоже для себя должны оценивать и понимать. Если этот риск высокий, то, возможно, работа конкретно с этим логистическим, я так понимаю, каким-то комплексом, да, она для вас имеет слишком высокий риск. И надо решать, что делать. Вот, кстати, это очень хороший пример того, как вот это вот планирование системы должно работать. Мы определили фактор влияющий, дальше мы определяем, у нас где там сюда отсвечивает, определяем ожидания заинтересованных сторон. Наша заинтересованная сторона в данном случае — это клиент, который хочет, чтобы мы там получили сертификат. Да? Дальше мы оцениваем риски, связанные с факторами, которые на нас влияют, в частности, отсутствие этой самой холодильной камеры, и с тем, что у нас не будет выполнено, собственно, ожидание или требование даже, да, нашей заинтересованной стороны как покупателя. А дальше компания должна для себя решить. Потому что вопрос ведь не только в сертификате на самом деле, а вопрос, если они отказываются выполнять эти требования, а какие риски для безопасности продукции? И это большой вопрос. И, ну вот, если мы посмотрим, да, еще раз на этот слайд, то на самом деле здесь прописаны просто требования, которые стандарт ISO 22000 ожидает от нас, что мы при разработке нашей системы рассмотрим. Вот как раз мы определим внешние и внутренние факторы, влияющие, как отличный пример с холодильником. Дальше мы определяем ожидания заинтересованных сторон. Это могут быть поставщики, покупатели, персонал, собственники, контролирующие органы. У нас масса заинтересованных сторон на самом деле. Так что они от нас ожидают? Дальше мы определяем с вами область применения системы, то есть на что она будет распространяться. Есть компании, которые, например, у них несколько производственных площадок, да, и они решают, что они свою систему менеджмента распространят только на одну из них, к примеру, на производство какого-то продукта, который вот на отдельном производственной площадке производится, на остальные пока не будут распространять.
Такое может быть. И тогда мы это прописываем, что наша область применения – это, например, производство там, такого-то продукта на такой-то площадке. Либо мы распространяем на всю систему, на все предприятие в целом. Ну, как большинство, в принципе, делает. Дальше, с учетом всего этого, как раз мы разрабатываем нашу систему менеджмента безопасности пищевой продукции, устанавливаем политику в области пищевой безопасности, ПБ на слайде – это пищевая безопасность, сообщаем об этой политике всем заинтересованным сторонам, определяем, кто чем будет заниматься у нас в системе, кто за что отвечает, кто какие полномочия имеет, оцениваем риски. Сейчас на следующем слайде мы этот момент еще более подробно рассмотрим. Устанавливаем цели, куда наша система стремится. Планируем, как мы будем менять нашу систему. И вот это вот все по кругу так у нас и работает. Что касается вот рисков, то вот на этом слайде, да, можно еще раз посмотреть более подробно. Вот мы с вами говорили на предыдущем слайде, вот первый пункт у нас, да, поймите среду организации, мы говорили о том, что нужно определить внешние и внутренние факторы, которые влияют на деятельность организации. Вот один из способов это определить, вот здесь на картинке у вас есть картиночка такая, SWOT-анализ, так называемый. Ну, наверное, многие знают, что это, но если нет, то я подскажу, это опять от английского у нас, по первым буквам. S – это сильные стороны, W – это слабые стороны, O – это opportunities, возможности, и Т – это угрозы. Вот. То есть, на самом деле, сейчас многие компании для того, чтобы выполнить это требование стандарта, они просто проводят такое упражнение. Просто берут вот так на доске, чертят лист, расчерчивают лист на 4 части и просто методом мозгового штурма набрасывают, что вот эти самые факторы, влияющие на деятельность компании. То есть, какие у нас сильные стороны, какие у нас слабые стороны, какие у нас возможности есть и какие у нас угрозы. Мы уже говорили, это может быть, например, персонал. Он может быть для одной компании сильной стороной, а для другой компании слабой стороной. Да? Или инфраструктура. Может быть, предприятие 100 лет уже, и оно там может, для него инфраструктура, это может быть слабая сторона. Либо это какое-то современное предприятие, для него инфраструктура может быть сильная сторона. И так далее. Вплоть до, например, если мы говорим об угрозах, это, например, изменение курса валюты, при том, что мы, к примеру, закупаем сырье где-то за границей. То есть изменился резко курс, выросла цена, мы в себестоимость не попадаем, для нас уже проблема. Да? Мы начинаем срочно искать какую-то замену, можем ли мы быстро найти замену того же качества, которое нам нужно, либо это может быть какой-то был единственный поставщик, у которого вообще нет альтернативы и так далее. Это может быть угрозой. Либо угрозой может быть, например, там, то, что нас с рынка вытеснит наш конкурент, к примеру. Да? Что мы будем делать? У нас огромные мощности. Это уже больше такие, ну, экономического, может быть, характера. Так вот, если мы вот суммируем все, что мы говорили по поводу вот этой оценки рисков на уровне организации, то вот на этом слайде как раз мы можем увидеть. То есть мы определили факторы, влияющие на нас, мы определили требования заинтересованных сторон, и дальше мы рассматриваем, каким риском это может привести. Для чего? Для того, чтобы определить те из них, которые являются значимы. Как вот в том примере, который Андрей нам приводил, это, например, руководитель компании рассматривает, является ли риск отсутствия собственных холодильных камер высоким или мы с ним можем пока жить. Если он оценит, что является высоким, тогда будет, например, искать другие камеры, либо запланировать заложить в бюджет строительство собственное, если это, например, развивающийся бизнес, где у него реально там, ну, уже пора там строить свою какую-то камеру. Либо, например, искать какую-то другую, которая может выполнять те требования, которые к ней предъявляются. То есть определяем значимые риски. И дальше уже для значимых рисков мы определяем мероприятия по их снижению, либо по устранению. Ну вот здесь на следующем слайде такой пример простой таблички, в которой можно в итоге суммировать, собственно, вот эту оценку рисков на уровне организации. Ну, вот здесь в качестве примера приведен, например, выход из строя ключевого оборудования. Может такое произойти? Может. К чему это может привести? К тому, что мы не своевременно поставим продукцию, например, да, потому что у нас сломалось оборудование. Либо у нас будет выпуск некачественной продукции, опять по этой же причине. Либо у нас произойдет загрязнение продукции из-за того, что у нас ключевое оборудование вышло из строя. Дальше мы смотрим, а какой текущий контроль у нас есть для того, чтобы этих последствий не было.
Например, у нас есть договор с сервисной компанией, которая это обслуживание, оборудование обслуживает, чтобы оно был минимальный риск того, что оно выйдет из строя. У нас есть, например, второй упаковщик или второй ледогенератор дублирующий. То есть это в случае чего у нас всегда есть замена, к примеру. И вот с учетом этого мы там и оцениваем риски. С учетом вероятности того, что этот риск реализуется, и тяжести последствий для компании. А можно использовать обычную матрицу, там 3 на 3 или 5 на 5, в зависимости, как вам больше нравится. На самом деле здесь нет каких-то особых требований. И если риск попадет у нас, например, в красную зону, там условно говоря, выше, то есть будет высокая вероятность того, что он реализуется, этот риск, то есть что оборудование выйдет из строя, и для нас будут серьезные последствия, то тогда мы должны принимать решение и, собственно, что-то делать с этим. Вот, то есть, ну, возвращаясь еще раз к вот этому слайду, планирование. Вот эти все пункты, по большому счету, они есть в 4, 5 и 6 главе стандарта. Да, это среда организации, это лидерство и это планирование. Просто мы здесь не привязываемся к пунктам стандарта, но к некоторым пунктикам мы сейчас еще вернемся дополнительно. Вот я про лидерство вам говорила, что очень важно, и специально вот этот слайд хотела бы с вами обсудить. Это прямо из стандарта ISO 22000 о том, что высшее руководство должно демонстрировать свое лидерство и показывать свою приверженность выполнению требований СМБВП. Как оно может это сделать? Стандарт ISO 22000, вот то, что на слайде написано, он говорит, как руководство может это продемонстрировать. И если вы посмотрите на верхний левый блок, то с помощью формулировки политики и целей. Я покажу сейчас пример. То есть, как мы можем показать, как высшее руководство может показать, что для него действительно это важно? Выделив ресурсы. Да, если я даю ресурсы на инфраструктуру, на обучение, на там, заработные платы, на найм персонала высококвалифицированного и так далее, на поверку средств измерений и так далее, это означает, что я показываю, что для меня это важно. Если для меня не важно, то я обрежу все статьи затрат. Еще очень важный момент. Это правый верхний блок, это интегрировать требования СМБПП в бизнес-процессы. Что это значит? Очень часто, когда приходишь в какую-то пищевую компанию, начинаешь с ними обсуждать их требования, которые есть, достается папка, большая, толстая, с красивыми документами, говорят, вот наша система менеджмента. Но как мы с вами понимаем, это не система менеджмента, это всего лишь пакет документов, который достается периодически и на самом деле в реальной жизни не работает. Так вот, как раз в новой версии 2018 года появилось вот это вот требование не просто так интегрировать требования системы в бизнес-процессы. То есть, по сути, все это должно быть неотъемлемой частью нашей ежедневной работы. Вот то, как мы каждый день работаем, это и есть наш системный менеджмент. Вот то, вот как мы приходим с утра на работу, мы уже работаем в рамках нашей системы менеджмента. А если у нас есть красивая папка у менеджера по качеству или у директора по качеству, которая стоит на полочке, которая сдувается пыль с которой, когда приходят какие-то гости там, или аудиторы, или там, не знаю, кто-то еще, но при этом это не работает в реальной жизни, вот это будет прямое нарушение этого требования. Ну и, собственно, я думаю, что понятно, откуда оно родилось. Потому что это довольно распространенная ситуация. Требования разрабатываются, как положено, в соответствии с со стандартом ISO 22000, но не работают. Вот я не знаю, можете в чате написать, кто нас дистанционно слушает, как вы оцениваете, насколько у вас ваши разработанные требования, не знаю, может быть, в процентах даже напишите, как они реализуются в повседневной жизни. Там, на 50%, может, кто-то пишет 100%, не знаю. Может, кто-то пишет 10%. Анастасия нам подскажет, да, когда напишут. Плюс, на что еще здесь нужно обратить внимание в плане лидерства, это поддерживать лидерство других руководителей. То есть лидер – это не только генеральный директор, это на самом деле все уровни руководства.
начиная от генерального директора, от членов высшего руководства, до там, мастеров, старших смен и так далее. Они все лидеры, каждый на своем уровне. И поэтому требуется, чтобы вот генеральный директор он поддерживал всех в проявлении вот этих принципов лидерства, в личным примером там, и так далее. Тоже вот этот пункт важный, направлять и поддерживать вклад людей в эффективность системы. Что это означает на самом деле? Это означает, что когда, например, проходит какое-то совещание, руководитель обращает внимание и спрашивает, как идут дела, какие есть проблемы. То есть если вопрос вообще не касается нашей с вами пищевой безопасности, то тоже это ну, такой определенный тревожный звоночек о том, что, в общем, это не сильно важно. Да, могут обсуждаться любые вопросы, но до наших вопросов никогда очередь не доходит. Плюс периодически оценивать эффективность системы, тоже это одно из требований стандарта на самом деле, проводить периодический анализ системы со стороны руководства. Вот. Ну вот, например, вот политика в области пищевой безопасности, чтобы было понятно, как она может выглядеть, у большинства она, наверное, есть, но на самом деле в стандарте ISO 22000 есть определенные требования к политике. То есть в требованиях указано, например, что политика должна содержать определенные обязательства. Это обязательство соответствовать применимым требованиям. В данном случае, например, это требования потребителей и заказчиков, да, это требования законодательства, это требования международных стандартов, внутренних требований компании. Вот, и обязательство постоянно совершенствовать, постоянно повышать эффективность системы. Все остальное внутри политики – это творчество. Это в том числе может быть вашим инструментом маркетинга, который вы размещаете на сайте. Поэтому это просто пример, это может быть совершенно по-другому сформулировано, как вы понимаете. Что такое политика? Политика – это те обязательства, которые берет на себя высшее руководство в области пищевой безопасности. И, кстати говоря, многие компании, они воспринимают политику… Вот, даже вот вы сейчас подумайте, у вас наверняка у всех есть политика в области пищевой безопасности, да, я так подозреваю. Если вы спросите любого сотрудника у вас на производстве, знает ли он что-нибудь о ней? И вообще, что это за документ? Как вы думаете, что вам люди ответят? Ну, я думаю, что многие сделают круглые глаза. Вообще, политика, о чем вы? Не знаю такого. В принципе, да, скорее всего, так и будет. Не у всех, но у большинства. А почему стандарт ISO 22000, как вы думаете, требует, чтобы политика была доведена до сведения персонала? Ну, потому что персонал должен знать, куда мы движемся, что для нас важно. Да что такое политика? Это заявление. Это некое заявление о том, что для компании важно. О том, какие обязательства генеральный директор берет в данном случае в связи с пищевой безопасностью. Это может быть вместе с качеством, она может быть политика по качеству и пищевой безопасности, например. Да? Это может быть политика вообще в целом, она может называться просто политика компании. И там будут вопросы и качества, и пищевой безопасности, и охраны труда, и экологии, и все что угодно. Так вот, очень важный здесь момент, что политика не должна остаться красивыми словами, вот этой красивой бумажкой, которая висит на стене в кабинете генерального директора. Почему? Потому что если мы даже почитаем с вами требования стандарта, то мы увидим, что там написано, что из нее должны вытекать все наши действия. То есть да, здесь написано общими словами и красиво, но если мы это пишем, ожидается, что мы будем это выполнять. Я не знаю, у вас есть политика в компании, да? Если мы к любому работнику на производстве подойдем, он сможет нам вообще сказать, что она, да, я знаю об этом, и это вот о том-то. Могут, да? Это отлично. Понятно. Это прям шикарно вообще, если люди понимают это. Ну, к сожалению, на большинстве компаний, люди на производстве, они очень как бы далеко от всего этого, и для них это кажется, что это какая-то красивая бумажка, которая висит в приемной генерального директора. Они не понимают, что это напрямую связано с их работой. Что, например, правильно выполняя свои должностные обязанности там, и правильно выполняя все требования, которые на него возложены, он тем самым способствует выполнению вот этих обязательств. Вот это то, что нужно доносить до людей. Почему так происходит? Я полагаю, что в большинстве случаев, потому что
компании очень формально подходят к требованию о том, что нужно донести до людей эту информацию. Просто, например, при приеме на работу дают почитать, и он там где-то расписывается. Ну вот представьте, приходит человек на работу, у него такая пачка документов, вот, он ее пролистал, вообще вот с квадратной головой ничего не понял, везде расписался. То есть формально мы требования выполнили, но человек ничего не понял. Поэтому, конечно, желательно вот эти вещи не просто давать читать, а именно объяснять простыми словами, что это такое, о чем это и как это влияет конкретно на его повседневную работу, чтобы он понимал эту взаимосвязь. Светлана, у нас как раз поступают ответы на ваш вопрос в чат. Вот коллеги делятся информацией о том, что из 100% выполняется только 70-75%. Ну, это даже не очень мало, я бы сказала, 70-75. Сколько там ответов получилось? Ну, вот пока с нами только один товарищ поделился, остальные как-то скромно молчат, видимо, не хотят. Ну, кстати говоря, коллеги, было бы очень интересно, если бы вы все-таки написали, как вы считаете, на сколько процентов вот все установленные требования у вас выполняются, да, потому что такой срез был бы очень интересный. 70-75 – это даже такой неплохой процент, да, Ольга Николаевна, как вы считаете? Да? А как вы считаете, у вас сколько? 60? Угу. Ну, понятно, что мы сейчас очень так полпотолок, да, в принципе, смотрим, но все равно, я думаю, исходя из опыта, вы можете примерно оценить. Эдвард, а у вас, как вы считаете? 60, да? 60-70. Коллеги в чате тоже говорят 60-65. Соответственно, то есть это средний. Такой стандартный достаточно, наверное, процент. Угу. Ну вот еще было бы интересно проанализировать, и анализировали ли вы сами для себя, какие требования у нас проседают в основном. Да, вот это было бы, кстати, очень интересно. Я думаю, что в большинстве компаний эта информация есть, потому что периодически вы какие-то проверки проводите, да, по выполнению требований. В принципе, если там аналитику собрать там, за год, например, или за пару лет, то было бы интересно узнать, вот именно в каких областях у нас проседает. Я думаю, что вот здесь, кстати говоря, у многих будут разночтения, то есть в разных областях, в зависимости от специфики компании. Хорошо. Ну и мы переходим с вами к внедрению системы. Да, ну и вот здесь опять у нас очередные стрелочки. И мы можем здесь увидеть, да, из чего, из каких этапов это внедрение состоит. Мы сейчас более подробно каждый из этих блоков посмотрим. То есть, опять же, мы должны поддержать, то есть обеспечить свою систему всем необходимым, управлять ее функционированием, периодически оценивать и модифицировать, да, то есть это такой у нас нескончаемый круг. Но вот что касается поддержки, то здесь что нужно обратить внимание? Первое, что требует у нас стандарта СУ-22000, это предоставить ресурсы. Что имеется в виду? Это люди в первую очередь, потому что без людей мы не можем ничего сделать. Это инфраструктура необходимая, то есть определить, что нам нужно, первое, и второе, обеспечить. Инфраструктура – это здания, сооружения, оборудование, какие-то IT-инфраструктура и так далее. То есть все, что нам нужно для производства продукции. Необходимую производственную среду, то есть где-то там, например, охлаждение, где-то там какие-то специальные условия производства, например, или хранения и так далее. Второе – это вопрос, связанный с компетентностью. То есть людей, например, мы обеспечили. Следующее требование – это определить требования к их компетентности. То есть на каждой позиции какой квалификации человек должен обладать. И вот здесь, кстати говоря, это одна из проблем многих компаний, когда они предъявляют избыточные требования компетентности на разные позиции. То есть на аудитах встречается такая ситуация, когда, например, просишь показать. То есть вот, например, у вас, там, не знаю, мастер, к примеру. Вот он какую квалификацию должен обладать? Открываю должностную инструкцию, там написано, там высшее образование такое-то, опыт работы такой-то, там и так далее, и так далее. Хорошо, давайте посмотрим, какой квалификацией на самом деле обладает этот мастер. Оказывается, у него нет высшего образования. То есть сами себе написали требования и сами же его не выполнили. Когда начинаешь разбираться, оказывается, что в принципе в большинстве случаев конкретно на этой позиции высшее это образование не нужно. Достаточного среднего специального образования и опыта работы определенного. И получается, что
Компания сама установила избыточные требования. И сама же на них напоролась и получила там, например, во время того же аудита несоответствие. То есть вот это одна из таких довольно часто один из часто встречающихся моментов. То есть что нам нужно сделать? Первое, нам нужно по каждой позиции четко понимать, какой человек нам на этой позиции нужен. Начиная от образования, опыта работы, каких-то специальных навыков, да, может быть, или умений, с которыми мы можем либо уже взять готового человека, либо его доучить, если нам не удается взять со всеми необходимыми навыками. Доучить, в принципе, тоже возможно. Дальше следующий момент – это не просто разработать требования, а чтобы люди знали об этих требованиях, да? То есть довести до сведения персонала, собственно, все, что мы разработали. Следующий момент – это контроль коммуникации. Вот мы уже с вами говорили, что обмен информацией – это один из таких ключевых, в общем-то, принципов системы менеджмента безопасности пищевой продукции, и он, собственно, есть и в требованиях стандарта ISO 22000, в части как внутренних коммуникаций, так и внешних коммуникаций. О чем здесь идет речь? Например, ваша группа ХАС, полигруппа безопасности пищевой продукции, которая занимается, например, анализом опасности, да, мы еще попозже о ней поговорим, она должна знать, что если какие-то, например, планируются изменения на производстве. Как мне рассказали в одной компании, значит, ушли в пятницу домой, в понедельник приходят, стены нет. Решили делать какой-то ремонт, реконструкцию и так далее. Стены нет, висит завеса. Тут идет у нас производство, продукция упаковывается. То есть люди, которые должны были об этом там подумать, там, технолог, например, который пришел утром в понедельник, он не знал, что стены не будет в понедельник. Вот. Это вопрос коммуникации. А плюс это не только внутренние коммуникации, но это также еще и внешние коммуникации, например, с контролирующими органами, с поставщиками, там, с подрядчиками, с клиентами. В части, опять же, в данном случае мы говорим в части, требований к пищевой безопасности. Ну и пятый раздел здесь – это управление информацией. Вот сюда попадает все, что касается управления документами и записями. Сейчас в стандарте ISO 22000 появился такой термин, который звучит как документированная информация. Раньше это звучало как процедуры и записи, да, если вы помните в старых там версиях. В новой версии это звучит как документированная информация. На самом деле ничего не поменялось, это одно и то же. Вот, просто ввели единый термин, который будет включать в себя и регламентирующие документы, и то, где мы фиксируем факт выполнения тех или иных мероприятий, записей. Вот. И что касается вот объема этих записей, потому что очень многие думают, приступая к внедрению системы, что они утонут в бумагах. Да, есть такое, что очень много требуется бумаги. Очень много документов, очень много журналов всяческих. На самом деле в стандарте не так много требований к обязательным документам. То есть если вы будете читать стандарт, то вы там увидите. То есть вот где встречаются слова «документированная информация», там, да, у нас каким-то образом это должно быть документировано. Все остальное – это то, что нужно самой компании. То, что нужно самой компании. И я бы не сказала… Ну, на самом деле, конечно, пищевая безопасность – вещь такая, которая требует документирования. Здесь без него никак, к сожалению, не обойтись. Вот, но тем не менее, я бы призывала, что когда вы будете разрабатывать или сейчас, например, корректировать, да, там, менять свою документацию, очень внимательно посмотреть, кто пользователь этого документа, кто будет читать, потому что иногда бывает, смотришь какой-то документ и не понимаешь, а он для кого, в нем все в кучу, в итоге совершенно невозможно пользоваться, непонятно, что там написано, да. Если мы понимаем, для кого мы пишем документ, например, это для руководителей, значит, в нем какие-то базовые вещи без углубления в детали. Или это для исполнителей, для оператора на производстве. Это, например, пошаговая инструкция, как он должен, не знаю, там, замешивать там, рецептуру какую-то, да, прям пошагово. Нажми такую кнопку, там, положи это, включи миксер там, и так далее. То есть понятно, что это для оператора, понятно, для какой операции эта инструкция, к примеру, здесь все окей. Но чтобы не было такого смешивания, когда в одном документе и какие-то глобальные вещи, за которые руководитель отвечает, и какие-то пошаговые вещи, за которые отвечает конкретный человек. Вот вы сейчас, когда будете заниматься разработкой либо там модификацией документов своей системы, вы, пожалуйста, обратите на это внимание, потому что это реальная проблема. Плюс реальная проблема в большинстве компаний
это формулировки в документах. Это может быть очень длинные предложения. Пока читаешь до конца, забыл, с чего все началось. То есть не надо писать документы формально. Пишите их так, чтобы пользователи понимали, что вы от них хотите. И вот очень полезный такой инструмент, когда вы разрабатываете какие-то документы, это когда вы, например, являетесь разработчиком, отдайте почитать другому человеку, который не разрабатывал, и попросите его просто критически оценить, понятно вообще написано, что он должен, если бы он был исполнителем вот этого документа, что он должен делать, когда он должен делать, кому он что-то должен предоставить, где зарегистрировать, в какой форме это сделать. Если непонятно, значит, надо подкорректировать. Вот буквально там на прошлой неделе я проводила небольшое обучение там по проведению внутреннего аудита, такой практический тренинг мы делали, и с ребятами как раз выяснили такую ситуацию, что да, мы смотрим, например, в подразделении реально есть какие-то несоответствия, то есть не выполняются требования, но когда мы начали смотреть регламентирующие документы, в соответствии с которыми сотрудники должны были эти требования выполнять, мы увидели, что там написано непонятно, поэтому они их неправильно и выполняют. То есть можно и так прочитать, можно так прочитать. То есть результатом аудита было не то, что несоответствие, что что-то не выполняется, а о том, что не определены требования так, чтобы их можно реально было, то есть, скажем так, я не помню, как мы там сформулировали, но то, что они неоднозначно определены, о том, что можно возможно двоякое толкование, к примеру. Вот, то есть вот этот вопрос управления информацией или управления документацией, он на самом деле очень важен в пищевой безопасности, потому что реально много может быть каких-то инструкций именно для персонала, там и по правилам поведения, там, по личной гигиене, по там, ношению одежды, и по мытью рук и так далее, и так далее. Иногда встречаешь там инструкцию по мытью рук, которая там, условно говоря, там текстом расписана, хотя ее можно сделать просто в виде картинки. Да, и смысл будет тот же самый, только он будет более понятен. Плюс еще обратите внимание, пожалуйста, вот в этой части управления информацией, это язык, на котором написаны документы, зависит от того, какие у вас работники, потому что сейчас довольно распространенная ситуация, да, когда у нас, например, есть работники-исполнители из ближнего зарубежья, которые по-русски не очень хорошо понимают, вот, и вопрос этот всегда возникает. Например, как вы знакомите людей с требованиями? А мы вот даем почитать инструкцию, а они по-русски говорят нет. Как они читают? Ну, подписи все стоят об ознакомлении. Но ведь это в наших с вами интересах, чтобы люди ознакомились с требованиями, поняли их, да, а не то, что мы потом будем с палкой ходить их и заставлять, почему ты этого не делаешь. А он не делает, потому что он, ну, зачастую не знает, что надо так делать. Потому что ему дали почитать документ, который он не понял. Ну, это зависит либо от языка, либо там от стиля написания, например. Следующий наш шаг – это управление вашей системой. Вот видите, здесь у нас в самом нижнем блоке, только вот здесь вот HASP находится. А до этого мы сколько с вами обсуждали, это все было вот на уровне системы, на уровне организации в целом. На этом слайде я бы хотела обратить ваше внимание на некоторые ключевые моменты. Значит, я вам уже говорила, да, что вот это PRP – это то же самое, что и ППУ, ППМ и так далее. Да? То есть это программы предварительных условий, да, как часто их называют. Так вот, в стандарте ISO 22000 есть такая ссылочка, что вы при разработке этих программ должны учитывать требования технических спецификаций. В зависимости от вашей сферы деятельности существуют технические спецификации ISO TS 22002- и там с разными циферками 1, 2, 3, 4, 5. Вот именно для пищевого производства это будет ISO TS 22002-1. Это для производителей пищевой продукции. И там как раз более подробно определены требования и к личной гигиене, и к борьбе с вредителями, и к техническому обслуживанию оборудования, и к уборочному инвентарю, и к моющим средствам, и так далее, и так далее. Вот этим всем можно руководствоваться, когда вы эти программы будете разрабатывать. Плюс здесь бы я обратила ваше внимание еще на 2-3 пункт установления системы прослеживаемости. Ну, на самом деле, наличие системы прослеживаемости – это еще и требования законодательства, да, как мы с вами понимаем. Вот. И это один из таких проблемных, пожалуй, моментов тоже. Можете, кстати, в чате написать, как у вас, на ваш взгляд, реализована ли система прослеживаемости, работает ли она.
системы прослеживаемости. Что такое система прослеживаемости? Это когда мы можем отследить, например, мы берем партию готовой продукции и можем четко понимать, какие партии сырья были использованы при ее производстве. С одной стороны, да, и с другой стороны, куда была отгружена эта конкретно партия продукции. И здесь для проверки вот работы этой системы прослеживаемости очень полезным инструментом может быть так называемый масс-баланс, да, или расчет баланса. Это когда вы берете, например, партию сырья, там, условно говоря, вы купили там, тонну сахара, к примеру, да, и вам нужно проследить там, тонна сахара, партия номер один. И вам нужно проследить, куда вся эта тонна ушла, в какие конкретно партии готовой продукции. И вот здесь для... Сейчас очень многие компании в IT-системы эту информацию начинают вносить, но многие по-прежнему работают и организуют эту систему прослеживаемости на бумаге. На бумаге, конечно, здесь риск ошибки выше, и то, что у нас записи где-то затеряются или не будут своевременно внесены, это, конечно, большая проблема. Вот. Ничего там не написали пока, Анастасия? А у вас, коллеги, как с прослеживаемостью, как вы думаете? Не очень, да? А в чем проблема? Бумага, да? Да. Угу. Некогда писать. Угу. Ну да, я согласна с вами. Есть компании, которые организуют прослеживаемость на базе 1С. А вообще? Здесь существует, знаете, здесь есть такой, скажем так, такой нюанс. Я знаю компании, которые на базе 1С все это сделали, включая всю документацию, да? Просто под себя подработали, да, там 1С. Есть компании, которые внедряют отдельно электронный документооборот и в нем все реализуют это. В разные системы, но электронный документооборот. Но здесь я бы хотела вас предостеречь, потому что там SAP, ERP, вот эти системы компании внедряют. Это все включает в себя в том числе систему менеджмента качества и пищевой безопасности. Все это туда входит, но... Я бы вас хотела предостеречь от того, что до того, как мы автоматизируем, у нас система, у нас должно быть все четко и понятно. Потому что если у нас хаос, есть очень много таких компаний, у которых хаос, и они говорят, а давайте все автоматизируем, и у нас не будет хаоса. Нет, у вас будет автоматизированный хаос. Да. Угу. 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 Ну, я, наверное, не возьму на себя смелость порекомендовать какую-то конкретную, да, потому что очень от специфики зависит, но многие компании при внедрении ERP-систем они учитывают в том числе и свою вот систему менеджмента и туда вносят всю необходимую и документы, и журналы все необходимые в ERP-систему. Ну, потому что иначе это звучит нелогично. Мы вроде как для бухгалтерского учета все туда вносим, а ведь это такая же часть нашей повседневной деятельности. Почему мы это туда не вносим? Или, например, вот что касается как раз системы прослеживаемости, очень часто бывает, что, например, в бухгалтерию идет информация о том, что нужно списать какую-то часть сырья, например, да, но при этом там нигде не указывается, какая партия. А если бы там указывалась, какая партия, это сняло бы с нас массу вопросов по прослеживаемости. Получается, что у нас бухгалтерия работает отдельно, качество работает отдельно, технологии, там, да, производственники. Вот... В то же время сейчас уже много предприятий, которые, например, сразу, когда списывают в бухгалтерской программе сырье с указанием номера партии. То есть не просто списали там 100 килограмм, условно говоря, а 100 килограмм с партией такой-то. Вот. И это будет частью системы прослеживаемости.
Но я с вами согласна, что сейчас нужно потихонечку переходить уже к более современным способам и методам регистрации информации. Но просто не всем это доступно. Есть очень маленькие предприятия, которые... Но они просто не могут пока потянуть это. И у них очень много и ручного труда, в принципе, и в том числе ручного всего. Они не могут себе это позволить. Угу. Угу. Настя, можно микрофон? Угу. Да, чтобы коллеги нас слышали тоже. Угу. Достаточно доступной. Не так, что у нас есть ETS, мы можем, да, мы можем создать диск, да, что бесплатно. Я согласна с вами абсолютно, но пока, насколько мне известно, да, вот такого простого адаптивного инструмента, к сожалению, нет. То есть каждая компания решает вопрос самостоятельно и придумывает, то ли она будет ERP дороженную там заказывать и туда в это все интегрировать, то ли она будет продолжать на бумаге, потому что это... Ну, я прекрасно это понимаю, потому что сейчас вот я тоже работаю с компанией, и вот вся прослеженность ручная. И это, конечно, очень большой, извините, геморрой. Потому что ты один раз где-то описался, и все поехало. Потом, если что, нужно пересчитывать все заново, смотреть, куда у тебя сырье потерялось. Да. Да. Никто ничего не записывает. Да, я согласна. Я еще видела такие моменты, когда вводится штрих-кодирование. Вот. Но это, опять же, затратный момент. Да. Да, но тоже нет. Потому что это... Да. Но потом это очень замечательно, что мы хотим. Потом что стимулировать? Ну, нет, смотрите, значит, система была такая. То есть, когда поступает сырье на склад, наносятся штрих-коды, да, оно сканируется и попадает в систему, что мы это сырье приняли. Когда мы выдаем на производство, мы снова... сканируем, и оно опять с датой попадает в производство. Когда мы его засыпаем в конкретный замес, мы его сканируем, и у нас получается информация, что конкретно в этот замес у нас попало сырье из этой партии в таком-то количестве. То есть там мы, например, взвешиваем перед тем, как засыпать, например, да, там в миксер куда-то. Взвесили, и у нас из весов уже информация попадает. Я видела такое, кстати говоря, на комбикормовом заводе на одном несколько лет назад. Это было внедрено в части дозирования лекарственных препаратов, в которых очень мелкая там дозировка, да, вот, и там, значит, весы, и если неправильная дозировка, то весы просто не выдают чек. То есть они как говорят, нет, там горит красный экран, и что нужно сделать правильную дозировку, до этого момента не будет, не вылезет просто из весов эта маркировка печатная, и мы не можем дальше процесс продолжать. Но я там увидела другой риск. Это было все очень красиво, стоят мешочки в таких шкаф с определенными полочками, все со штрих-кодами там и так далее. Но, например, я отсканировала один мешок, потом пришел кто-то, меня отвлек, и я взяла другой мешок и из него взвесила. От этого, ну, то есть вот этот риск ошибки, да, будет на весах правильное количество, но другого препарата. То есть это... На самом деле я с вами абсолютно согласна, что это реально сейчас вот проблема, потому что прослеживаемость нужна, и она нужна не потому, что стандарт требует, она нужна самой компании. Это способ выявления, потом определения каких-то проблем. Вот пришла претензия, и мы начинаем искать информацию. Ага, а когда эта продукция производилась? Да? В какую смену? Какое сырье в этот момент использовалось? Было ли обслужено оборудование на этот момент? Не было ли каких-то чрезвычайных ситуаций на этот момент? Если у нас нет прослеживаемости, мы ничего этого вообще не сможем обнаружить, к сожалению. То есть это инструмент, который важен для любой компании. Для самой компании, а не потому, что стандарт говорит, ребята, пожалуйста, внедряйте. Он потому и говорит, что это важно. Да, не просто так.
Но я хочу сказать, что во многих компаниях, к сожалению, эта система прослеживаемости функционирует формально, да, и, ну, потому что надо, потому что придет аудитор, и мы должны что-то показать. Вот, ну, это право компании так делать, но мы-то с вами хотим, чтобы это работало, чтобы это пользу приносило, чтобы это были вложения, которые нам дают какой-то результат. У вас есть там, да, что-то? Да, коллеги с нами начинают делиться опытом. Кто-то говорит, что западают какие-то определенные этапы контроля. А вот, допустим, коллеги из Белстар Плюс говорят, что у них все под контролем. Они могут отследить все, что ушло, куда ушло, кому ушло, что произвели, куда отправлено. Ну, это отлично, да. Значит, система прослеживаемости работает. Вот интересно, кстати, задать им вопрос. А у них ручная система прослеживаемости, коллеги, вот кто сказал, что у вас все работает. Либо вы это как-то автоматизировали каким-то образом. Тоже поделитесь, пожалуйста, было бы очень интересно. Ну, вот как раз набирают сообщения, видимо, отвечают. Да. На самом деле, может быть, как раз кто-то поделится опытом, какие системы используются. Штрих-кодирование используют. Штрих-кодирование, да. И с помощью штрих-кода информация автоматически попадает в какую-то систему учетную, я так понимаю. Правильно, да, я понимаю? Угу. Да, все верно. Да, ну вот это тот пример, который я приводила, да, вот, очевидно, коллеги также. А, понятно, что на начальном этапе это потребует затрат, естественно. Но... надо просчитывать, конечно, и экономическую составляющую, вот, но в то же время и оценивать пользу. То есть если для нас это реально важно, то, может быть, есть смысл в это вложиться, хотя бы на начальном этапе. Дальше у нас еще следующий вопрос. Это управление ЧС чрезвычайной ситуацией, управление чрезвычайными ситуациями. Значит, ну да, в стандарте есть такое требование, что вы должны, собственно, определить, какие чрезвычайные ситуации возможны, влияющие на пищевую безопасность, что вы будете делать, если они возникнут и так далее, и так далее. Ну, вот как сейчас, например, в чрезвычайной ситуации, да, там та же пандемия. Были готовы компании? Понятно, что не были готовы компании, для всех это было неожиданно. Но сейчас в ваших процедурах по реагированию на чрезвычайные ситуации какие-то там массовые инфекционные там заболевания, скажем, да, они явно должны туда попасть. Что еще может быть относиться к чрезвычайным ситуациям? Это, например, отключение электроэнергии. Да, у нас стало производство. Что нам делать? Что делать с продуктом, который на линии? Что делать с продуктом, который в холодильнике? Что делать с сырьем, которое уже, например, нарезано и приготовлено? Там, и так далее, и так далее. Вот это должна быть абсолютно это должен быть абсолютно практический документ, который помогает нам, если у нас что-то произошло, не начинать думать в момент этой чрезвычайной ситуации, а быть к этому готовым. Это примерно как вот в реальной жизни, всем понятно, например, по инструкции по действию на случай пожара. Да, мы не ожидаем, что будет пожар, но мы вообще-то должны знать, куда бежать, если сейчас, не дай бог, что-то случится. То же самое здесь. Мы не ожидаем, что случится какая-то чрезвычайная ситуация, но мы должны быть к ней готовы. Это может быть, там, как я сказала, отключение электроэнергии, это может быть отключение воды, что тоже очень важно, да, для пищевого производства. Это могут быть какое-то массовое заболевание, например, сотрудников, когда у нас работать некому, например. Да, и так далее. И вот здесь вы делаете... абсолютно понятные пошаговые документы, что делать в той или иной ситуации. Так, я что-то нажала? Нет? Ага. Что делать в той или иной ситуации? Кого проинформировать? Кто что должен делать? Что делать с сырьем? Что делать с продукцией? Там, и так далее, и так далее. Ага. И когда вы будете разрабатывать этот документ, возможно, это, кстати говоря, к примеру про холодильники, да, вы для себя поймете, что ага, если такое случится, а у меня все, например, сырье хранится в холодильных камерах, а что я буду делать? И, возможно, нам нужно иметь какую-то либо резервную какую-то холодильную камеру, либо иметь договор, например, с каким-то большим холодильником, куда мы можем на случай чрезвычайной ситуации и в каком объеме мы это можем сделать, отвезти, чтобы у нас, там, например, продукция либо сырье не испортились. То есть, когда вы это будете делать, вы можете выявить вот такой риск, да, и, соответственно, предпринять для этого необходимые действия. Так, про ХАС мы поговорим еще отдельно, это 2.5 у нас, меры контроля над опасностями. Ну и на что еще здесь можно обратить внимание на этом слайде, это... Упс, там... Ошибочка у нас, да, должно быть 2.8, 2.9 наверху, в правом блоке, это я не донумеровала. У нас слева идет вот так 2.1 и наверх 2.7, 2.8, 2.9.
извините. Значит, на что здесь еще можно обратить внимание? Это то, что может быть непонятно, опять терминология, это мероприятие по верификации. На самом деле в английском языке там verification абсолютно обычное слово, которое используется, но его так и перевели верификация на русский язык, и многие не понимают, что это вообще такое. На самом деле это можно перевести просто как проверка. То есть это проверка того, насколько наши требования выполняются. Это может быть какой-то обход, осмотр, инспекционная какая-то проверка. Это может быть испытание продукции в соответствии с программой производственного контроля периодическое. Это может быть анализ воздуха на плесени в холодильных камерах. Это могут быть смывы с рук или со спецодежды на бактерии группы кишечной палочки в соответствии с программой производственного контроля и так далее. Все это и есть мероприятие по верификации, не надо их пугаться. То есть вы для себя должны установить, а как мы будем контролировать? Какими способами, как часто, кто это будет делать, в каком виде будет результат. Ну и последнее, на что здесь можно посмотреть, это установить контроль над несоответствиями. И имеется в виду как раз работа с несоответствующей потенциально опасной продукцией. То есть просто порядок. Хорошо, у нас произошел какой-то инцидент, у нас продукция не соответствует требованиям. Что мы будем делать? Как мы будем ее изолировать? Куда мы ее поставим, чтобы случайно не перепутали? Вот недавно буквально была такая ситуация на практике. На этапе упаковки пищевой продукции отсортировали несоответствующую продукцию. Она не по безопасности, она по качеству была, но просто ради примера. Да? Отсортировали, положили ровно в такой же пакет отсортированную, в который обычно отгружается качественная продукция. Отвлекся куда-то мастер, и кто-то этот пакет упаковал, и полностью весь пакет, где все единицы продукции были несоответствующими, уехал клиенту. Клиент звонит с претензией, а что это такое, там все сломанное. Все там 18 штук, которые в пакете, все сломанные. Но такого реально не может быть. Может быть, мог попасться один, например, но не все же 18, правильно? Значит, очевидно, что вот этот вот контроль над несоответствующей продукцией, он не был организован. Например, надо было поставить и определить это в требованиях, какую-то емкость, например, там, красного цвета, в которую мы отсортировываем. Это, казалось бы, вроде бы простое решение, чтобы не перепутать емкость красного цвета, в которой отсортировывается несоответствующая продукция, чтобы все видели, что это брать нельзя. Но это не было, тем не менее, реализовано, потому что в спешке, потому что надо было быстро-быстро, потому что должны были вообще-то отсортировать на другом этапе, но пришлось сортировать на этом. И все, вот, пожалуйста, все факторы сложились вместе, и пришла претензия от клиента. Вот, то есть, в принципе, вот это вот установить контроль над несоответствиями, конечно, это тоже один из очень таких важных моментов, где мы должны четко понимать, что делать, если продукт не соответствует требованиям, что делать, если продукт потенциально опасный. То есть, например, получили результаты из лаборатории, а у нас там микробиология, да, обнаружены там, не знаю, сальмонелла какая-нибудь в продукте. Что делать? Блокировать. Там, если из этой партии уже была отгрузка, отзывать ее, к примеру. Да? Кстати говоря, отзыв – это тоже часть вот этого пункта, контроль над несоответствиями. То есть если у нас что-то происходит, как мы… Да, кстати, для чего нам еще нужна прослеживаемость? Это если у нас мы обнаружили какую-то проблему, и мы должны четко понимать, куда этот продукт с проблемой ушел. Для чего? Для того, чтобы в случае необходимости быстро его изъять с рынка. Если у нас нет прослеживаемости, и мы не знаем, куда этот продукт ушел, либо мы должны вообще отзывать все, да, что мы производили за какой-то период времени, либо мы просто не сможем найти, куда мы отгрузили эту продукцию, и здоровье потребителя будет подвергнуто опасности. Вот. Ну, к ХАСПу мы вернемся еще, это отдельно посмотрим. Ну и... Да, сейчас мы вот этот пункт закончим и сделаем перерыв. 12:15 у меня по плану. Еще есть несколько минут. Последний слайд мы посмотрим, и после этого прервемся. Да, значит, это тоже все и с требований стандарта ISO 22000. На самом деле здесь много таких красивых умных слов, но по-простому что все это значит? Это значит, что мы должны оценивать, насколько мы выполняем те или иные требования, то
То есть, например, мы провели испытание продукции по программе производственного контроля. Мы должны оценить их результаты, да, и посмотреть, в норме мы, не в норме, надо нам что-то делать или не надо. Мы провели там ряд инспекционных проверок. Мы должны их проанализировать и посмотреть, есть ли какие-то тенденции отрицательные. Например, у нас мы провели 4 проверки за месяц, и у нас получается каждую неделю проблема с личной гигиеной. Да, то есть вот этот момент, на который нам нужно обратить внимание и так далее. Плюс, кстати говоря, обратите внимание, пожалуйста, тоже частая ситуация, вот пример, который я провела с анализом протоколов из лабораторий. Я уже неоднократно встречалась, когда смотришь протокол, там есть превышение по какому-то параметру, но компания на него внимания не обращает. Почему? Потому что зачастую пришли протоколы, их просто подшили в папку, и никто не посмотрел. Есть там нарушения? Нет. Мы должны сделать испытания по ППК? Мы сделали. Протокол пришел? Пришел. В папку подшили. Буквально недавно вот я смотрела, например, пришел анализ воды. Обычный ежемесячный анализ воды. Да, там, значит, а нет, ежеквартальный по физхимии был анализ воды. Значит, смотрю, из одного крана марганец 0,3. Норма 0,1, то есть превышение, да? Из другого крана 0,03, то есть нет превышения. Ну, во-первых, это не тот элемент, который мы могли нахватать на производство. Там у нас как бы марганца нигде нет, то есть мы точно не могли его добавить. То есть, скорее всего, это опечатка лаборатории. Но на это просто никто не обратил внимания. Вот. В итоге отправили запрос в лабораторию, когда уже вот все это мы вскрыли, обнаружили. Они сначала начали говорить, нет, как написано в протоколе, так и есть. Но когда мы начали говорить, ну как же, это вроде как нелогично. Откуда мы могли взять марганец? Причем такая разница существенная. Они признали, что да, это опечатка, и протокола не откорректируют. То есть просто при внесении информации в протокол инженер, лаборант ошибся. Ну, нолик один забыл приписать. А это сразу нарушение нормы. И если бы мы это не заметили сразу, и там при любой проверке нас бы за это притянули, что у вас превышение по марганцу. Все. То есть надо, конечно, анализировать протоколы, которые мы получаем, вот, и предпринимать соответствующие действия. Плюс сюда же у нас попадает требование проведения внутренних аудитов. Тоже такой очень хороший инструмент, если проводится аудит эффективно. Я встречаю периодически, когда смотришь отчеты о внутренних аудитах, а там написано несоответствие, нет, несоответствие, нет. То есть за весь год смотришь, все отлично. Идешь сам с аудитом, выявляешь 150 несоответствий. Ну что это означает? Означает просто, что аудит проводится неэффективно. Вот. Но еще раз здесь важно отметить, что такое аудит? Это своего рода проверка того, как работает система. Это не инспекционный осмотр, что вот который мы там регулярно делаем раз в неделю, да, мы аудит можем проводить, например, там, не знаю, раз в квартал, раз в полгода, некоторые даже раз в год только проводят. Почему? Потому что мы смотрим в целом работу системы, да. И вот здесь проблема, которая встречается, это то, что компании при проведении аудита ищут виноватых. Вот это, наверное, главная ошибка. То есть вот цель аудита – это не проверка людей, а проверка процессов системы. Человек не потому неправильно делает, потому что он хочет сделать неправильно, а, возможно, потому что мы в системе что-то не предусмотрели. И именно это нужно выявить во время аудита. Но если люди, когда мы приходим к ним с внутренним аудитом, понимают, что если мы у них что-нибудь найдем, их за это накажут, то мы не можем ждать нормального отношения. Они будут скрывать, они будут прятать, они будут врать, придумывать на ходу и так далее. И мы толку от этого аудита никакого не получим. Вот. Ну и последний пункт здесь – это проведение анализа системы. Это имеется в виду анализ системы со стороны высшего руководства, да, который обычно раз в году проводится. Хотя стандарт ОСУ-2000, он не требует ежегодного, кстати говоря, анализа. Там знаете, как сформулировано? Через запланированные интервалы, вот как там сказано. Но так сложилась практика, что минимум ежегодно все этот анализ проводят. Но это, в общем-то, нормально подвести. Что такое анализ со стороны руководства? Это некое подведение итогов деятельности компании за год. То есть год такой достаточно хороший период времени. Это не оперативное совещание какое-то, а это именно анализ за определенный промежуток времени, когда уже видно тенденции, когда уже накопилась информация для анализа. Вот. Но тоже я бы сказала, что во многих компаниях он проводится формально. Просто потому, что стандарты говорить надо.
И вот читаешь этот отчет и понимаешь, что ни один руководитель здесь его не смотрел. Ну, то есть вроде как кажется, у меня же большой отчет, я постарался. На самом деле, вот этот анализ, он может быть коротким, он может быть там, не знаю, на 1-2 страницы, но он должен давать почву высшему руководству для принятия решений, чтобы они понимали, где у нас проблема, что у нас хорошо, где требуется вмешательство, где требуются изменения системные какие-то. Я таких, если честно, видела мало. Можете тоже в чате написать, как вы считаете, насколько эффективно проводится ваш анализ со стороны руководства, и насколько, это первый вопрос, и второй, насколько ваше руководство пользуется вот этими отчетами, которые вы готовите, или не пользуется. Я и так встречала в практике, но я бы сказала, что доля тех, где он выполняется формально и вообще руководством не используется, она, наверное, повыше будет. Вот. И это печально, потому что это хороший инструмент, да, который, ну, хорошее мероприятие, которое, в принципе, могло бы нам помочь. Ну, написали что-нибудь? Нет, Настя? Пока нет. Коллеги, а у вас анализ со стороны руководства? Как вы считаете, насколько он работает, не работает? Ага. Ага. А высшее руководство? Отлично. Да, я хотела тоже обратить ваше внимание, что вот он почему так и называется? Анализ со стороны высшего руководства, management review. Что это не средний уровень руководителей, да, а именно высшее руководство компании. Генеральный директор должен всем этим заведовать, так сказать. То есть мы, менеджеры по качеству, там, руководители подразделений готовят информацию за определенный период времени, например, за год. Объем этой информации в стандарте перечислен. Там прям есть список, что туда должно входить. И вы этим списком можете руководствоваться как неким чек-листом. Прям вот вы готовите, например, отчет к анализу, можете его сверить со списком в стандарте. Там прям по пунктам идет, например, результаты внутренних аудитов, там, да, результаты каких-то внешних проверок, там, анализ несоответствующей продукции, там, и так далее, и так далее. Там масса вопросов. И вы можете использовать этот список в стандарте как чек-лист. Для того, чтобы убедиться, что вы ничего не забыли. Почему это важно? Потому что, например, в том числе при аудите системы это довольно частое несоответствие, когда в ходе анализа стороны руководства не все обязательные элементы были рассмотрены. Это прям регулярно встречается. Так что обратите на это внимание. Да, поступил ответ. Опять у нас Белстар Плюс, они сегодня у нас активисты. Так вот, они отвечают, что анализ рассылается руководству компании и подразделений специалистами. А на основе этого анализа планируются корректировки на следующий период. Ну, то есть как рабочий инструмент используется. Это очень хорошо, я рада, что это ну, реально работающий инструмент, потому что это действительно может помогать руководству принимать решения. Да? Это вроде как с одной стороны стандартом требуется, а с другой стороны хороший инструмент. Почему бы не использовать? Вот. Ну и, собственно, в завершение этого раздела как раз, после этого пойдем на перерыв, это модифицируйте свою систему. Вот мы все с вами проанализировали, руководство приняло решение, и, соответственно, вот ровно как коллеги написали, да, принимается решение о необходимых изменениях. Да, это могут быть изменения, начиная там, от структуры предприятия, к примеру, да, до каких-то, может быть, незначительных каких-то изменений, либо изменений в инфраструктуре, может быть, в персонале какие-то изменения. Это все что угодно, да, в зависимости от той, тех проблемных областей, которые были выявлены. Ну и вот он, принцип постоянного улучшения, он, собственно, сюда заложен. Да, вот модификация системы, это, собственно, ее улучшение. Хорошо, все, вроде бы мы с этим с вами с разделом справились. А это мы уже после перерыва тогда, да? Насколько мы прервемся? Да, хорошо. Коллеги, значит, 12:30 мы продолжаем. Просьба, кто у нас дистанционно к этому времени подключиться. Все, уходим на перерыв.
Так, коллеги, продолжаем. Все подключили. Мы сейчас с вами кратенько посмотрим еще требования FSSC. Ну, я вам просто напомню еще раз то, что уже говорила ранее о том, что FSSC – это не стандарт, это схема сертификации. Ну, хотя очень многие называют стандарт, в принципе, ничего страшного в этом нет, но формально это не стандарт, это схема сертификации, которая включает в себя ряд требований, которые вот на слайде у нас с вами отражены. В частности, это ISO 22000 в полном объеме является обязательным требованием. Дальше, это требования к программам предварительных условий. Сейчас я покажу, какие они есть на следующем слайде. Вот. И плюс некоторые дополнительные требования, также я сейчас о них скажу, какие они есть. Единственное, что вот до того, как мы переключимся, я бы хотела сказать, что есть еще такой блок, который не является, то есть вот если вот эти верхние 1, 2, 3 блоки являются обязательными для того, чтобы сертифицироваться по FSSC, то четвертый блок, качество, quality, он не является обязательным, он является добровольным. Если компания захочет, она может этот блок присоединить, и тогда в ходе сертификации этот модуль также будет проверяться, и в сертификате будет еще quality дополнительно. Но, повторюсь, это добровольно, если есть желание. Значит, что касается, если помните, в самом начале я говорила, что ограниченная область применения у схемы сертификации FSSC, вот здесь вы на слайде видите, здесь есть несколько категорий, вот они от A до K. Там есть еще подкатегории, но я не стала их выносить на слайд, чтобы не перегружать, там просто есть еще деление некоторое. Вот. Но здесь просто, чтобы смысл понять, какие категории в принципе туда попадают. Вот. Потому что, например, там, если по категории A, то там животные – это одна подкатегория, а рыба и морепродукты – это другая подкатегория. Но нам сейчас с вами это не принципиально. Вот. Но, как вы видите, достаточно много сюда попадает, но не все то, что может быть, например, по ISO 22000 сертифицировано. Ну и периодически эта область расширяется, добавляются какие-то новые вещи. Ну вот, например, как мы с вами говорили, вот эти наши аббревиатуры ППУ, PRP. Есть вот целый ряд технических спецификаций, которые конкретизируют требования к этим программам предварительных условий. Если вы производитель пищевой продукции, то для вас будет с циферкой 1, ISO TS 22002-1 2009 года. Видите, он с 2009 года не менялся и, в принципе, до сих пор актуален. Если вы производители кормов, то для вас будет ISO TS 22002-6 2016 года, более такой новый, более новая спецификация. И вот в чем разница? В стандарте ISO 22000 указано, что при разработке предварительных программ вы должны учитывать требования этих технических спецификаций. А в FSSC 22000 вы обязаны выполнять требования этих спецификаций. То есть есть, то есть в ISO 22000 можно там немножко поиграть, да, скажем так, с этими требованиями. В FSSC 22000 это является обязательным. То есть ISO 22000 плюс применимая к вам техническая спецификация в обязательном порядке и плюс дополнительные требования, которые сейчас на следующем слайде я вам покажу. Но вы видите, что здесь есть отдельно для общепита, отдельно для упаковки. Почему? Потому что вот эти технические спецификации, они содержат довольно, ну, требования, например, там, к той же личной гигиене. Они будут немножко отличаться для производителя пищевой продукции и для производителя упаковки. Они будут и там, но специфика чуть-чуть будет отличаться. То же самое касается там кормов или, например, складов, да, хранения, транспортировка. Там они будут уже, например, не такими жесткими, как, например, к производителям пищевой продукции. То есть требования чуть-чуть разные, поэтому разработаны разные технические спецификации с разной степенью там детализации и жесткости требований. Что касается дополнительных требований, то они, их нужно отслеживать вот на этом сайте fssc22000.com. И они как раз либо дополняют, либо, может быть, иногда уточняют или разъясняют какие-то требования ISO 22000. Или технических спецификаций. И вот здесь перечислен перечень вопросов, что входит в эти дополнительные требования. Некоторые дополнительные требования, они, в принципе, в них ничего такого специфического нет. Например, требования, касающиеся маркировки продукции.
Просто еще раз доп. Требования дополнительно обращают внимание на правильность маркировки продукции в части аллергенов. Но мы по закону, у нас законодательство есть в России, да, у нас есть технический регламент таможенного союза 22 о маркировке пищевой продукции, который подробно прописывает все требования к маркировке. Но мы помним, что эта схема сертификации международная, и, возможно, в каких-то странах эти требования законодательства не так подробно описаны. И вот для них это будет иметь больший там вес, например, вот это требование по маркировке продукции, чем для нас. Для нас это законодательством зарегулировано уже по полной программе, в общем-то. Вот. Что касается управления услугами, то там идет речь о том, что если вы пользуетесь лабораториями, и либо своей собственной у вас есть лаборатория, либо это лаборатория какая-то внешняя, куда вы отдаете на испытание продукцию или тестируете производственную среду на соответствие требованиям, то это... Там нет такого требования, что она должна быть обязательно аккредитована в соответствии со стандартом ISO 17025 для лабораторий. Но по-другому довольно сложно подтвердить, что она этим требованиям лаборатория соответствует. Поэтому все обычно пользуются аккредитованными лабораториями. Значит, для того, чтобы подтвердить, что у вас аккредитованная лаборатория, у вас должен быть доступ к аттестату аккредитации лаборатории, с которым вы работаете, и плюс приложение к аттестату аккредитации, где описана вся область их. Потому что иногда бывает, что лаборатория, ну это крайне редко, конечно, но бывают ситуации, что лаборатория, например, не аккредитована на какой-то вид испытаний, но его делает. Это значит, что, например, в судебном деле это не будет иметь законной силы такой результат. Поэтому вы, конечно, должны четко понимать, что лаборатория, в которую вы обращаетесь, имеет право проводить те или иные испытания, которые вы ей отдаете, либо продукцию, там, либо смывы, либо воздух, либо воду и так далее. Следующие два вопроса – защита продукции и предотвращение фальсификации. Мы их на следующих слайдах чуть подробнее рассмотрим. Это, наверное, самые проблемные, пожалуй, вопросы и сложные для понимания, потому что они требуют оценки рисков, очередной оценки рисков. Вот. И мы на следующих слайдах эти два вопроса посмотрим. Вот. Ну, что еще здесь можно посмотреть из доп. Требований? Мониторинг окружающей среды – это, по сути, ваша программа производственного контроля. В общем-то, у нас, опять же, в России есть обязательное требование, да, наличие программы производственного контроля, но, опять же, не везде, не во всех странах это есть, поэтому данное требование внедрено. Что касается хранения, требование к хранению, это соблюдение правил оборота товарных запасов, либо ФИФО, либо ФЕФО. Я думаю, что, наверное, все знают, да, что это, ну, либо по сроку годности мы смотрим, да, либо по первый пришел, первый ушел к складам относится. А вот обратите внимание, пожалуйста, на вот этот пункт, верификация ППУ. То есть здесь вы должны определить, как часто и какими способами, и как вы это будете делать, вы будете проверять, что ваши программы предварительных условий работают. Это как раз может быть в форме, например, там, не знаю, еженедельный обход производства, например, на котором вы смотрите санитарию, и выполнение правил личной гигиены, да, там ловушки на местах стоят, не стоят, или их там погрузчиками разбили уже, или там грузчик пнул, она улетела куда-нибудь там и так далее, и так далее. Да, то есть в ISO 22000 такого жесткого требования в этом плане нет, а вот в FSSC тут четко прописано обязательное требование по верификации ППУ и документированию результатов этой верификации. Для предприятий, которые каким-то образом связано с убоем животных, есть дополнительный пункт, касающийся контроля убоя. Вот. Также есть требования о документированной процедуре разработки новой продукции, чего нет в ISO 22000. То есть там как бы это подразумевается, но обязательного требования такого нет. А в FSSC это четко прописано, что у вас должна быть документированная процедура, как вы разрабатываете новую продукцию, что вы при этом учитываете там, и так далее. Вот. Ну и последнее – это использование логотипа FSSC. Вот, поскольку понятно, что это логотип на только компаниям, которые прошли сертификацию, и что его нельзя использовать на маркировке продукции, например, чтобы клиент, когда он покупает, он не перепутал, что это не продукция, ну, не подумал, вернее, что просертифицирована продукция. Вот, там прям есть четкие требования, где можно применять логотип FSSC, где нельзя, в каких цветах можно, там, размерах и так далее. Ну, я думаю, что сейчас нет смысла подробно останавливаться. Вот. Ну и я буквально остановлюсь на двух требованиях FSSC, которые вызывают наибольшие затруднения при внедрении у всех. Это защита продукции Food Defense и предотвращение фальсификации продукции, это Food Fraud, фальсификация продукции. Ну вот здесь дано определение на слайде, что такое защита продукции.
На самом деле, если коротко, то это что мы делаем для того, чтобы предотвратить преднамеренное загрязнение продукции, да, в том числе, как здесь указано, идеологически мотивированное. То есть в данном случае вот отличие от фальсификации продукции в том, что фальсификация продукции – это всегда экономическая выгода какая-то. То есть я хочу что-то, например, какое-то дешевое сырье, продать его, выдав его за дорогое, и тем самым заработать денег. Это относится к фальсификации. А вот если я чем-то недоволен, например, меня уволили, и я хочу как-то насолить компании, да, я приду на склад перед увольнением и что-нибудь там подсыплю в продукцию, к примеру. Да? Или, например, если у меня есть допуск еще к производству, я там, не знаю, в мешалку в ту же самую, да, в процесс брошу какой-нибудь там посторонний предмет, например. Вот это будет относиться к преднамеренному загрязнению. Так вот, в FSSC требуется, чтобы вы провели оценку рисков, оценку потенциальных угроз такого преднамеренного загрязнения. Да, с учетом того, насколько сюда как раз будет входить и вопросы, связанные с охраной предприятия, с ограничением доступа в разные помещения. Например, где у нас открытый продукт? Все ли могут заходить или только по пропускам, у которых есть ограниченный допуск? Например, на многих предприятиях сейчас есть электронный пропуск, и по нему, например, можно только в заводы управления пройти, да, если это посетители или там какие-то там работники, которые только в... Им на производство не нужно. Соответственно, когда они идут на производство, прикладывают пропуск, он просто не срабатывает. Вот. У других предприятий, например, можно везде ходить. Если ты через проходную прошел, все, уже никаких замков на дверях нет. Это, естественно, повышает риски вот такого преднамеренного загрязнения. Вот. Ну и вот такой есть термин, как TASP. Это очень похоже на HASP, да? Только в данном случае это анализ угроз. Это все это вот английские аббревиатуры, анализ угроз. Вот. И, соответственно, если вы выявите какие-то угрозы, имеющие высокий риск, вот этого преднамеренного загрязнения, то вы должны разработать мероприятие по снижению этого риска. Вот результатом этой работы должен быть у вас план защиты продукции. Это обязательное требование FSSC. Вот. А что касается фальсификации, то, как я объяснила уже, да, это в основном цель фальсификации – это увеличение экономической выгоды. То есть это может быть, например, добавление каких-то ингредиентов более дешевых в состав продукции, при этом мы не заявляем. Они могут быть безопасными, эти ингредиенты, но они не заявлены на маркировке, то есть потребитель о них не знает. Это означает, что это фальсифицированная продукция. Вот это, например, что из известного там у нас там может быть? Мед, который часто фальсифицируется, да, там кофе, чай. То есть, например, заявляется, что это кофе из определенного региона, а на самом деле это какой-то более там дешевый сорт, выданный за дорогой. Это фальсификация. Так вот, компания как раз, вот у нас очередная аббревиатура ВАСП, только теперь это уже оценка уязвимости продукции к фальсификации. Вот, и каждая компания должна провести вот такой анализ, оценку рисков, оценить вот эти самые потенциальные уязвимости того, что продукция будет фальсифицирована. В основном это относится к анализу поставщиков, безусловно. Если у нас, например, многокомпонентные продукты, то, конечно, эта оценка будет более сложной. Если у нас, например, два компонента, грубо говоря, в продукте, то мы должны оценить только риски фальсификации, связанные с этими двумя компонентами. А если у нас их сотня, эта оценка риска, безусловно, усложняет. Вот. Ну, кстати, вот мы говорили в перерыве здесь, вот с Эдвардом говорили как раз по поводу систем кормовой безопасности, да, и вот, например, FAMIQS, это стандарт как раз для кормов, тоже касаемо пищевой безопасности, вот, у них там есть прямо предлагаемые методики для оценки и по защите продукции, и по фальсификации продукции. Такие таблицы, уже есть разработанные вопросы, то есть определенная методика, главное просто на них ответить, расставить все это, и там все как бы уже будет понятно. То есть не нужно придумывать. Вот. Плюс есть еще, например, разработанный PricewaterhouseCoopers, есть в интернете, это в открытом доступе. По-моему, там, насколько я помню, можно прям зайти и онлайн заполнить информацию, и будет результат по фальсификации. Но он, там довольно длинная такая анкета,
довольно навороченная, но тем не менее, это тоже есть инструмент, который, чтобы не изобретать велосипед. Вот, можно придумать свою методику. Никто не говорит, что вы должны что-то использовать. Как вы видите, здесь просто указано, вы должны это сделать, но как это сделать, это ваше дело. То есть вы можете взять какую-то известную методику, можете придумать свою собственную методику, можете взять из других стандартов методику и так далее. Это ваше, на ваш выбор. И если вы выявите, что у вас есть, например, высокий риск того, что какой-то из ингредиентов, которые вы используете, будет фальсифицирован, то вы должны принять меры. Например, сдавать сырье на анализ и смотреть, а нет ли там ну, вот в каких-то вот этих фальсифицированных составляющих. Откуда вот это все пошло? Очень активно стало развиваться вот это требование. Во все стандарты оно было внесено по поводу оценки потенциальных уязвимостей к фальсификации. Помните, может быть, несколько лет назад в Европе был скандал с мясом конины? Помните, не помните? Когда обнаружили, это был прям в Европе огромный скандал, когда обнаружили, что продавалось под видом говядины, если я правильно помню. А когда провели анализ ДНК, оказалось, что это конина. Конина более дешевое мясо. А фальсификация, как мы помним, это экономически мотивированное действие. Вот. И какой-то производитель, он использовал мясо конины, выдавал там продукцию за мясо говядины, соответственно, на этом наживался. Вот. И после этого вот реально во все стандарты внесены были вот эти требования по анализу. Это на самом деле непростая ситуация, потому что она требует поиска информации. Например, мы используем какие-то ингредиенты. Как часто их фальсифицируют в принципе? И вообще, есть ли такие случаи фальсификации? Может быть, технологически это невозможно сделать? Тогда риск низкий, да, фальсификации будет. Если это технологически возможно, оцениваем нашего поставщика, насколько он надежен. К примеру, длинная ли у нас цепочка поставок, сколько у нас звеньев. Мы прямо у производителя берем, или наш этот ингредиент, который мы закупаем, 5 раз переупаковывает где-то. Соответственно, чем длиннее цепочка поставки, тем выше риск того, что на каком-то этапе произойдет вот эта вот фальсификация для того, чтобы просто заработать на нас денег. Вот. То есть на самом деле невозможно сделать вот эту оценку рисков по фальсификации продукции потенциальной как-то одной строкой. По сути, мы должны исследовать каждую группу сырья, ингредиентов. И при этом еще учитывать поставщиков. Если у нас, например, один ингредиент, несколько поставщиков, риск может быть разным, в зависимости от надежности этого поставщика. То есть здесь может масса факторов влиять на оценку рисков по фальсификации. Это, например, высокий спрос на товар. Значит, чем выше спрос на товар и меньше самого товара, тем выше соблазн, да, его фальсифицировать, потому что раз спрос большой, значит, надо его предоставить, значит, риск будет выше. Вот. Если технологически это легко сделать, например, это сделать дешевле, чем делать оригинальный какой-то, да, ингредиент, соответственно, тоже соблазн выше и так далее. То есть здесь нужно смотреть и экономические составляющие, и технологические, возможно ли это в принципе. Может, это вообще невозможно, тогда и риск у нас будет низкий. Плюс при оценке рисков здесь тоже важно учитывать, насколько мы можем это обнаружить. Потому что если это, например, легко визуально обнаружить на входном контроле, то для нас тоже, в общем, в целом риск будет низким. Да? То, что мы, например, визуально по цвету видим. Либо это невозможно идентифицировать, никак обнаружить. То есть мы это можем увидеть только очень сложным, дорогим анализом каким-нибудь, который мы точно не можем делать на каждую партию. Значит, это повышает риски, естественно. То есть, например, это технологически возможно, экономически поставщику нашему это выгодно, и при этом мы не можем обнаружить. Вот это все вкупе дает нам то, что риск высокий. И мы тогда мы должны уже предпринимать. Либо, например, мы меняем поставщика на более надежного, да, либо мы сокращаем цепочку поставок и обращаемся к производителю, а не к перекупщикам, которые могут это все делать и так далее. Вот. Это вот, пожалуй, два таких, вот защита продукции и предотвращение фальсификации, два ну, наиболее вызывающих вопросы у компаний, которые внедряют FSSC22000. Вот. Ну и давайте мы перейдем к следующему нашему разделу. Это основа анализа HASP. Напишите, пожалуйста, насколько в чате, пожалуйста, коллеги, кто дистанционно с нами участвует, напишите, насколько для вас это сложный вопрос проведения анализа опасностей. И, возможно, тоже напишите, какой этап вызывает наибольшие сложности.
да, чтобы мы, может быть, на него больше внимания обратили. Коллеги, вы можете так озвучить, насколько это вообще понятный процесс, либо это какая-то тайна за семью печатями. Просто насколько нам сейчас это все подробно обсуждать. Ну, понятно, что у нас тема как бы основы анализа, да, мы тут не хотим углубляться, но я могу просто пробежать по всем этапам, просто с примером, чтобы не теоретическую часть рассказывать, а показать прям пример, как вот это может выглядеть. Тогда, может быть, это просто понятнее будет. Ольга, как у вас? Ну, у вас сделано все это, да? Насколько это понятно, насколько... Ага. Хорошо. Ну, если генеральный директор анализирует, значит, уже хорошо. Там, Настя? Да, что там пишут коллеги? Коллеги пишут, что это очень большая тайна. Очень большая тайна? В каком смысле? Вот давайте попросим расшифровать, да, что имели в виду. Либо... Тайна в смысле, кто это, как это было сделано? Или... Либо для нас. Понятно. Ну ладно. Хорошо, давайте мы сейчас пробежимся по всем этапам. А вот, прошу прощения, да, перебила. Далее характеристику. Не совсем понятно, как правильно все это делать. Понятно. Ну вот, давайте по всем этапам пробежимся коротенько, чтобы какую-то картину общая сформировалась. На самом деле, я хочу сказать, вот мы в перерыве тоже, да, обсуждали, что здесь нет ничего сложного. Здесь есть логика. Когда есть логика, то понятно, что зачем делать. Главное просто не торопиться и последовательно выполнить все шаги, которые надо выполнить. Собрать всю необходимую информацию, да, и, в общем, на самом деле ничего сложного в этом нет, это просто но, с одной стороны, ничего сложного нет, с другой стороны, это требует времени, вот, это да, это определенные затраты времени, здесь ничего сказать не могу, без этого никак. Так, хорошо, но прежде чем мы перейдем к анализу опасности, давайте вспомним с вами, что такое опасности. Вот на слайде вы видите определение, это биологическое, физическое или химическое вещество в пищевом продукте, ну, либо в кормовом продукте, да, которое потенциально может оказать отрицательное воздействие на здоровье человека, либо, если это корма, то на здоровье животного и человека. Да? Вот. И здесь перечислены виды опасностей, которые потенциально могут содержаться в продукции. Здесь есть несколько у нас видов, это биологические опасности, это все, что связано с микроорганизмами, бактерии, там, вирусы, паразиты и так далее. Вы видите пример на слайде, не буду повторять. Химические опасности – это то, что может либо содержаться, например, уже в сырье, которое мы получили, либо то, что мы можем непреднамеренно добавить в рамках производственного процесса. Например, какие-то смазочные материалы от оборудования могут попасть, да, если мы там не соблюдали требования. Вот. Либо там моющее средство. Например, провели мойку, не ополоснули как следует, то есть не смыли моющее средство, продукт контактирует с поверхностью, и какая-то часть моющего средства попадает. То есть химические средства, химические опасности, они у нас делятся. Те, которые привносятся, например, сырьем, и те, которые мы непреднамеренно привносим в рамках технологического процесса. Иногда, вот следующий вид опасности – аллергены, иногда его относят к химическим, но в последнее время чаще и чаще выделяют как отдельную категорию, как отдельный вид, потому что это, все больше и больше внимания вопросам управления аллергенами уделяется. Здесь приведены некоторые аллергены, но для того, чтобы знать весь список, вы всегда можете посмотреть технический регламент Таможенного союза 022 о маркировке пищевой продукции, там весь перечень аллергенов приведен. Аллергены – это не что-то плохое, это просто некоторые вещества, которые могут вызывать такой неадекватный ответ иммунной системы у определенных людей. Потому что, как вы видите, например, там молоко, орехи – это нормальные продукты. Но, тем не менее, у некоторых людей они вызывают аллергическую реакцию вплоть до летального исхода. Поэтому очень серьезно к этому отношение. Вот. Я помню, что мы на каком-то аудите, приезжал аудитор из Европы, вот, и у нее была аллергия на сельдерей. И мы, когда сидели в кафе, обедали, она у официанта спросила, там был салат какой-то, она говорит, там точно сельдерея нет?
Но, с другой стороны, для человека, у которого аллергия, достаточно ножом, которым резали сельдерей, после не помыв его, порезать, например, огурцы. И вот этот сок сельдерея попадет в этот салат, и это может привести вплоть до анафилактического шока и летального исхода, если человеку вовремя не оказать помощь. То есть вопрос аллергенов, он очень важен. И поэтому в рамках анализа опасности мы вот выделяем это как отдельный вид опасности. И последний наш вид опасности, пожалуй, самый распространенный, да, и который более всего понятен, это опасности физические. То есть это любые посторонние предметы, которые могут попасть в продукцию. Это могут быть щепки от деревянных поддонов, это могут быть осколки пластика от пластиковых ящиков, тары на производстве. Это может быть какая-то стружка, если, например, в оборудовании трущиеся металлические детали, например, да. Или это могут быть волосы от персонала, украшения, там, серьги какие-то. Все обычно смеются и говорят, что еще никто не жаловался, что в продукцию попало кольцо с бриллиантом. Да? Никто претензий по этому поводу не предъявлял. Но, тем не менее, смех смехом, но зависит от... Если человек это не видит, он может подавиться, он может, там, например, если это случайно проглотит, порезать пищевод там, и так далее, и так далее. То есть последствия могут быть самые разные. Это осколки стекла, что тоже очень опасно, которые могут быть, например, там, не знаю, упал плафон на производстве, разбился, осколки разлетелись, что-то попало в продукт. Да? Это могут быть какие-то гвозди, болтики, гаечки, которые остались от технического обслуживания оборудования, да все что угодно, собственно. Да? Вот на самом деле физические опасности – это прям тут большой простор для фантазии. Совершенно верно, в процессе работы что-то разболталось там, да, где-то там, либо при трении, вот не так давно была такая ситуация, прямо во время аудита, конечно, как обычно, когда аудитор идет и видит, что странная какая-то черная жидкость капает на поверхность, с которой соприкасается продукция. Потом оказалось, что, ну, там была техническая сложность, было трение металла о металл, и вода постоянно поступала, и в итоге это выглядело, конечно, страшно, да, то есть такая черная жижа капала на стол, на направляющую, по которой в итоге ехала потом открытая продукция. Это, конечно, было понятно, что таким дисквалифицирующим, в принципе, несоответствие. Вот. Ну, вот это, собственно, то, что для начала нужно, а дальше мы поедем уже. Есть такое понятие или такой принцип, как 12 шагов и 7 принципов ХАСП. Вот это, собственно, если вы выполните все 12 шагов и эти 7 принципов, вы сделаете анализ так, как это нужно, так, как это правильно. Вот предварительные шаги, сейчас мы их посмотрим с вами. Это первое, это назначение группы, которая будет этим заниматься. Второе, это сбор информации о продукции и сырье, тоже подробнее поговорим сейчас. Это описание, как продукция будет использоваться. Это, кто спрашивал, разработка блок-схемы, да, это обязательный элемент. И проверка соответствия этой блок-схемы реальности. Подробнее по каждому этапу сейчас поговорим. И следом за ними идут следующие шаги, они же 7 принципов ХАСП, они другим цветом выделены. Это как раз уже после сбора всей информации, проведения анализа опасности, определения критических контрольных точек, установления критических пределов, там, системы мониторинга и так далее. Сейчас мы по этим этапам с вами пробежимся. Итак, что касается группы ХАСП, она может также называться группа по безопасности пищевой продукции, как она называется в стандарте ISO 22000. Можете называть группой ХАСП, как хотите, дело ваше. Это группа, которая как раз и будет заниматься вот, всей этой работой по сбору информации, по анализу. Ну, вот здесь, в принципе, приведено на слайде, кто должен входить. Почему это не может быть один человек? Тоже часто такой вопрос задается. А зачем группа? Почему не может один человек? Потому что один человек, как, даже если он там очень умный, он не может рассмотреть производство со всех точек зрения. И с точки зрения механика, например, где какая смазка используется, да, или где есть трущиеся детали, или где там что-то может, там, не знаю, раскрутиться во время производства и так далее. То есть обязательно человек, который знает оборудование, должен входить в состав этой группы. Кто-то, кто хорошо знает технологию, должен входить в состав этой группы. Кто хорошо понимает в организации производства, там, да, как это все устроено. То есть, по сути, вот суммарно, это не обязательно, что у нас, вот сколько у нас тут, 1, 2, 3, 7. Это не значит, что группа должна быть из 7 человек. На многих предприятиях вот эти все функции, может быть, один человек совмещает. Обычно, идеально, это где-то
от 3 до 5 человек. Потому что группа должна быть рабочая, эта группа должна будет периодически собираться. Если она будет из 15 человек, вы замучаетесь собирать эти 15 человек, и это будет технически очень все сложно организуемо. 3-5 человек – это небольшая мобильная группа, которая вполне возможно собирать. Плюс, как рекомендация еще, особенно на больших предприятиях, можно сделать, назначить основную группу, то есть это те, которые всегда участвуют, и привлекаемых членов группы, которые нужны только периодически. Вот. Потому что иногда я вот видела там приказ о назначении группы, там целый список, особенно если еще много видов продукции там и так далее, очень большая группа получается. Поэтому рекомендую просто назначить костяк какой-то там, 3-5 человек, а остальных просто привлекать по мере необходимости, когда рассматривается какой-то их вопрос. Это тоже возможный вариант. Вот. И плюс, очень важный момент, это то, что руководитель группы должен иметь полномочия для принятия решений вплоть до остановки производства. То есть по этой причине это не может быть рядовой сотрудник какой-то, должен быть кто-то из руководителей. Это не обязательно, например, генеральный директор должен входить в состав группы ХАСП. Да? Это совершенно не обязательно, хотя во многих компаниях, особенно в небольших, это так. Но это не является обязательным требованием. Но, тем не менее, у руководителя группы должны быть права, потому что если он видит непосредственную опасность для продукции, у него должно быть право остановить производство. Теперь следующий шаг у нас – это описание продукции сырья. Ну, вот здесь, на самом деле, просто приведено перечень и с примерами некоторыми, которые вы можете использовать. Значит, здесь это у нас описание продукции, то есть продукция, которую мы производим. Значит, мы можем производить кучу всяких видов продукции. Вы когда анализ проводите, должны разделить свою продукцию на несколько групп с похожей технологией производства. Да, например, там хлебобулочные изделия, это может быть один вид продукции. Не надо делать, например, там, отдельно там, пирожки с мясом, отдельно пирожки с творогом, да, потому что, в принципе, эта технология одинаковая, просто начинка у пирожка разная. Это может быть один анализ для группы продукции. Точно так же для группы вы делаете вот это описание. Но по большому счету, вот то, что на слайде 10 пунктов, вот эти, вы как раз можете их использовать как такой чек-лист для себя, есть ли у вас эта информация. Значит, очень часто эта информация есть в спецификациях на продукцию, если они у вас есть. Тогда вы спецификации можете использовать как описание, да, и не делать дополнительную работу. Но если у вас нет спецификации, то вам придется сделать это описание и собрать всю информацию. Для чего мы это делаем? Чтобы мы уже на этапе сбора информации понимали, какие опасности, в принципе, применимы к продукции потенциально. Да, например, мы берем там, из технических регламентов микробиологические там, опасности, да, которые нормируются там, химические и так далее. Вот. В каких условиях хранится продукция? Если это, например, там, плюс 1, плюс 4, да, соответственно, уже понятно, что у нас будут опасности, связанные с ростом патогенных микроорганизмов при несоблюдении условий хранения. То есть мы эту опасность должны будем в будущем рассмотреть. И так далее. То есть это предварительная информация, которая нам понадобится в дальнейшем. И второе – это описание сырья. В принципе, практически по этому же списку до 8 пункта, да, там 9-10 нам не нужен. Но дополнительно по сырью нам нужно собрать информацию о содержании аллергенов в этом сырье. Это мы можем сделать запрос поставщику, например, содержатся там аллергены либо в этом продукте, либо… может быть, производится, используется на предприятии. Да, знаете, как иногда пишут, что продукт произведен на предприятии, где используются также орехи, к примеру. Это значит, что следы этих орехов могут содержаться. Так, тут кто-то у нас в зале ожидания. Ага. Вот. Понятно, да? Закрыть, да, здесь? Следующий шаг – это описание предполагаемого использования продукции. Ну, вот здесь примеры, в принципе, приведены. И обратите внимание еще, что нам нужно обязательно сформулировать потенциальное неправильное использование продукции. Почему? Потому что человек… иногда бывает, когда мы это понимаем, мы понимаем, что нужно, например, на маркировку вынести дополнительную информацию.
Это предполагаемое использование, это может быть уже изделие готовое, то есть никаких дополнительных действий они не предполагают. Либо это нужно, например, размораживать, или, например, там, нужно там, довести до кулинарной готовности путем там, обжаривания там, да, и так далее, разные могут быть варианты применения. Что касается потенциального неправильного обращения, то это может быть, например, недостаточная тепловая обработка, если это какой-то сырой продукт, который мы продаем. Вот. Ну, или как засюказное использование после истечения срока годности там, и так далее. Повторное замораживание. То есть нужно каждому продукту просто подумать, что может быть, как потенциально потребитель может неправильно его использовать. Дальше. Вот она, разработка схемы. Ну, здесь просто пример, она не обязательно должна выглядеть так. Единственное, на что бы я обратила ваше внимание, здесь на слайде сразу два шага, я сейчас, это и разработка схемы, и проверка ее соответствия, оба обязательными являются. Что бы я рекомендовала относительно схемы? Чтобы она была логична и понятна для восприятия. То есть, например, у нас сверху вниз идут этапы, начиная от приемки сырья и до отгрузки и транспортировки продукции. Слева у нас идет в блоках входящая информация, где что-то есть, например, какое-то сырье или какая-то тара добавляется или упаковка. И справа выходы, где-то у нас отходы образуются, где-то у нас идет продукт, который возвращается обратно в процесс, например. Да? То есть мы тогда стрелочкой его обозначаем, возврат в процесс обратно и так далее. Очень часто бывают схемы, когда смотришь, они все вот такие. То есть, ну, очень сложно визуально воспринимать. Нам схема нужна именно для легкого визуального восприятия технологического процесса в коротком виде. Обычно это одна страница. Иногда, если длинный сложный процесс технологический, то может быть и там две страницы, три. Но больше не бывает практически. А стандартно это одна страница. Ну и вот как здесь. Видите, здесь, например, поскольку на предприятии есть разные виды сырья, то приемка и хранение тоже разделены. Почему? Потому что опасности будут разные. У нас есть охлажденное, замороженное, например, сырье, и там сырье, хранящееся при комнатной температуре. То есть это вот как пример, как она, примерно эта схема может выглядеть. Причем обратите внимание, что вы здесь указываете где-то важные параметры процессов, например, температура здесь указана, да, плюс 4, плюс минус 2 градуса. Это важно с точки зрения безопасности. То есть вы здесь не указываете параметры с точки зрения качества важные, а только с точки зрения безопасности. И пятый шаг – проверка. Это означает, что даже если у нас один человек рисовал эту схему, потом мы ее берем и физически идем и проходим по производству по всем этапам и проверяем, а все ли мы учли. И очень часто бывает, когда выявляется, что не учли какие-то. Нам казалось, что ну, тут это иногда только бывает. Если это бывает иногда, мы все равно это на схему указываем. Например, особенно часто забывают возвраты в процесс. Да, например, на упаковке развакуум какой-то произошел или что-то еще. Обратно в процесс, переупаковка и повторное прохождение через... Значит, мы должны здесь на стрелочке показать с правой стороны, как у нас идет возврат в процесс, на какой этап. Если вы какие-то этапы упустите, то это будет не очень хорошо, потому что при дальнейшем анализе опасностей мы с вами будем пользоваться именно этой схемой. Если мы на схеме какой-то этап пропустим, то мы и в анализе его пропустим. Поэтому очень важно, прямо, чтобы она, чтобы эта схема была не такая, как нам бы хотелось в идеале, а такая, какая она есть в жизни. Это очень-очень важно. Следующий шаг у нас, принцип один, это провести анализ опасности. Здесь в этом шаге есть несколько этапов таких. Здесь на слайдах там такой какой-то большой теории нет, но здесь я просто показываю, как это реально может выглядеть в конечном итоге у вас на предприятии. Значит, какая наша задача? Идентифицировать потенциальные опасности. Что это значит? Составить список, какие опасности потенциально к нам применимы. Потому что опасности существует миллион. Но нам нужно выбрать те, которые к нам применимы. Для этого мы собирали с вами предварительную информацию о продукции, о сырье там, и так далее. Что мы делаем? Мы берем и составляем табличку. Так, биологические опасности, и поехали. Там, сальмонелла, листерия, там, БГКП и так далее. Да? И краткое описание, что это за опасность, что она из себя представляет, каким последствиям может привести. Дальше пошли химические опасности. Там, например, токсичные элементы, свинец, кадмий, ртуть. Там, да? Опять же, краткое описание, к чему могут привести. Дальше аллергены, то, что мы с вами выявили в описании.
Дальше физические опасности, то, что к нам применимо, там щепки, там волосы, украшения там, и так далее, и так далее. Составили список. Дальше нужно определить допустимый уровень этих опасностей. В эту же таблицу добавляем графу и в нее вносим допустимый уровень. Например, сальмонелла не допускается в 25 граммах. Это по ТРТС-21. Что такое допустимый уровень? Это уровень, разрешенный либо законодательством, да, либо если законодательством это никак не установлено, то вашей группой ХАСП. Либо это может быть требование клиентов еще. То есть разные источники. Дальше, следующий этап. Идентифицировать этапы, на которых опасности могут присутствовать, вноситься, увеличиваться или сохраняться. Что мы для этого делаем? Берем вот такую табличку. Берем нашу схему составленную. У нас там все этапы на схеме пронумерованы. И начиная с первого этапа мы вставляем в таблицу и для каждого этапа смотрим, а какие опасности возможны. Б – биологические, например, БГКП от персонала на этом этапе. Да? Х – это химические, А – аллергены, и Ф – это физические. Ну, это как бы вид опасностей, а дальше мы пишем конкретно. Мы не пишем просто химические опасности, это вообще ни о чем. Это от Земли и до Луны. Мы пишем конкретно, например, передозировка фосфатов. И так мы проходим по всей схеме. Вот мы взяли всю нашу схему, все этапы на схеме, в левую колонку этой таблицы разместили. И дальше мы пишем, если, например, нет, пишем, ведь как в данном случае, аллергены нет. Все виды рассмотрели? Все виды рассмотрели. По любому виду может быть несколько опасностей. Не значит, что вот, например, у нас химические остатки моющих средств на инвентаре – это одна опасность, и передозировка фосфатов – это вторая опасность. То есть у нас по каждому виду может быть одна, может быть не одной, может быть три. Это зависит уже от нашей специфики. То есть, видите, здесь у нас совершенно конкретно сформулировано, не общими словами. Например, кусочки пластика, откуда они могут попасть? На взвешивание, совки, тазики, там, пластик, да, который у нас используется. Следующий. Определяем ППУ, которые у нас относятся к этим опасностям. Вот у нас добавляем следующую графу в эту же таблицу. Вот у нас взвешивание ингредиентов, БГКП от персонала. То есть что мы делаем, чтобы этого не было? У нас есть инструкция по личной гигиене, в которой прописан порядок мытья рук. Вот это ППУ, который относится конкретно к этой опасности. Определяем. Зачем мы это делаем? Для того, чтобы в дальнейшем учесть при оценке вероятности попадания этой опасности в продукцию. Следующий этап. Оценить опасности. Добавляем следующую часть в эту же таблицу. Оценка опасности. Оценку проводим на основании вероятности попадания опасности в готовый продукт и серьезности последствий для человека, для потребителя конечного, если эта опасность в продукт все-таки попадет. Можем пользоваться матрицей. Матрицы разные есть, это вот одна из примеров. И оцениваем, для чего мы это делаем. У нас опасности, как вы понимаете, у нас, например, 15 этапов, например, да, в каждом этапе там по 5-6 опасностей, то есть их будет много. Нам нужно понять, какие из них являются значительными, существенными. Для этого мы, вот по сути, вот эта оценка позволяет нам отделить незначительные, которые попадают в зеленую зону, по этой матрице, от значительных. То есть дальше, когда мы это сделаем, мы дальше будем работать только со значительными опасностями. Для незначительных нам достаточно ППУ, которые мы с вами определили. Сделали это. Следующая задача – определить критическую контрольную точку. Тоже, кстати говоря, один из вопросов, на который очень часто, вызывают большие проблемы. Что такое критическая контрольная точка? Это определенный этап вот на той схеме, которую мы нарисовали, да, какой-то этап в вашем технологическом процессе, где нам критически важно установить контроль для предотвращения попадания опасности в готовый продукт. Очень часто возникает вопрос, а сколько должно быть ККТ? Иногда говорят, ну как же? Ну, одна-то хотя бы у нас должна быть. Как же мы без ККТ? На самом деле нет такого требования. ККТ может не быть ни одной. Их может быть несколько, но их не может быть миллион. Да? То есть если у нас их будет, например, 100 штук, это значит, что мы с вами утонем в последующем мониторинге и контроле.
То есть мы реально должны выявить только те критические контрольные точки, где действительно есть риск, высокий риск для безопасности продукции, те этапы, на которых мы можем этот риск контролировать. Это очень важно. Но просто хочу сказать вам, да, что вот специально это на слайд вынесено, что может не быть ни одной. Но, например, когда какой-нибудь Роспотребнадзор приезжает с проверкой, им сложно, конечно, объяснять, что у нас ни одной ККТ. Как это так? Нам проще сделать какую-нибудь ККТ незначительную, но чтобы это вот, вот у нас есть, мы контролируем. Но если вы не боитесь отстаивать свою правоту, то у вас может не быть. Ну, обычно на пищевом производстве, конечно, есть какие-то критические контрольные точки. Но, например, очень часто бывает на производстве упаковки, к примеру, да, ну нет там критических контрольных точек. Зачем изобретать их? Не надо. То есть производства же разные бывают. Есть производство с более высоким риском, есть производство с менее высоким риском. Теперь, что касается, как определить ККТ. Ну, например, если мы возьмем стандарт ISO 22000, то там нет методики. Там просто описаны определенные требования. Вот это вот классическое дерево решений, которое действует, там, не знаю, с 69-го года, наверное, да, это классическое дерево решений, по которому вы должны пройти, то есть, например, вот на этом этапе, к примеру, у вас здесь появилась красная зона, да, этап, ну, у нас зеленая получилась, но предположим, что она красная была, то есть высокий риск. И мы берем дальше этап взвешивания ингредиентов и прогоняем его вот по этому дереву решений. Да? Дерево решений – это просто инструмент. Он позволяет нам логично и системно подойти к анализу того, будет ли этот этап критической контрольной точкой. Ну и вот мы идем просто по дереву решений. Есть контроль для данной опасности на этом этапе, там, на взвешивание ингредиентов, к примеру. Ну да, какой-то контроль есть. Дальше. Прям по вопросам идем. И, в принципе, в зависимости от ответов, мы логически можем прийти к тому, что либо этот этап взвешивания ингредиентов у нас будет критической контрольной точкой, либо не будет. Так, критическая контрольная точка. Опять же, будете ли вы использовать вот такое дерево решений или какое-то модифицированное другое, вам никто не может сказать, что вы обязаны делать так или иначе. Методику вы можете выбрать. Они, этих деревьев, там, если вы в интернете поищете, миллион. Да, там ВОЗ и маленькая тележка разных деревьев, модифицированных там и так далее. Единственное, что я бы хотела здесь обратить ваше внимание, что, например, если вы будете, хотите соответствовать ISO 22000 и FSSC 22000, то это дерево не совсем годится. Потому что в ISO 22000 есть такой термин еще как ОППУ, Operational PRP. То есть, или другими словами, очень многие не понимают эту терминологию, просто контрольная точка. То есть есть критическая контрольная точка, а есть просто контрольная точка. И вот в классическом ХАСП этого нет, а в ISO 22000 есть. И тогда это дерево, ну, как бы не совсем подходит. Вот по ISO 22000 можно вот примерно таким пользоваться деревом, как на этом слайде. Это... На самом деле, вот это дерево, оно построено на основании тех требований к методике, которые есть в стандарте ISO 22000. То есть, по большому счету, ну вот оно, ОППУ, это как бы, по другими словами, да, контрольная точка, можно сказать. Или это можно расшифровать как операционная программа предварительных условий. Но это мало понятно обычно, поэтому я такой пример привожу, как вот критическая контрольная точка ККТ и просто контрольная точка, чтобы было понятнее. Так вот, если у нас, например, существует высокая вероятность того, что мера контроля на этом этапе не будет работать, то это ведет нас к тому, что у нас на этом этапе критическая контрольная точка. Если у нас существует возможность установить на этом этапе критический предел, измеримый, это ведет нас к критической контрольной точке. Если, например, на этом этапе невозможно установить измеримый критический предел, а можно только наблюдать глазами, к примеру, это уже точно не будет критическая контрольная точка. Это будет просто контрольная, да, ОППУ или контрольная точка. Это, на самом деле, такой довольно сложный вопрос. С ним надо, ну, тут за 5 минут его сложно объяснить. Я просто хочу, чтобы вы поняли, что существуют разные методики определения.
И какой из них вы выберете, это ваше дело. Но я полагаю, что, может быть, вопросы там будут в чате по этому поводу. Потому что у большинства компаний, кто внедряет особо с 2000, вот этот вопрос есть. Как разделить, что у нас, ОПУ или ККТ? Вот. Но на самом деле вот я бы ориентировалась в основном вот на этот нижний блок. Если есть возможность установления измеримого критического предела, если есть возможность быстро, моментально выявить и исправить ситуацию, это ККТ. Если мы можем только наблюдать, то есть визуальный контроль, если мы не можем быстро реагировать, это ОПУ. Вот таким образом. Так, чтобы для понимания было. Хорошо, определили мы критические контрольные точки, а дальше мы должны установить критические пределы. Что такое критический предел? Я уже термин упоминала. Это некая граница, которая отделяет допустимое от недопустимого. Например, вот здесь на графике пример температура. Например, для охлажденной продукции не выше плюс 4 градуса. Если будет выше, будет расти микробиология. Соответственно, начинаем наш план ХАСП, да, отсюда. И пишем у нас критический предел температура охлажденной продукции не выше плюс 4 градусов. Если выше, продукция становится опасной. Вот это критический предел. Это может быть какой-то диапазон, это может быть уровень pH, это может быть влажность, это может быть что там еще? Ну, любой параметр, который можно измерить. Еще раз повторюсь, что критический предел всегда должна быть возможность измерить. Это может быть, например, скорость конвейера, например, не выше 3 метров в секунду. Это тоже измеримый показатель, это тоже может быть критическим пределом и так далее. Для каждой критической контрольной точки мы этот критический предел должны установить. Установили, дальше разрабатываем систему мониторинга. Что это значит? Вот она, пожалуйста. Это ответ на вопросы. Что мы будем отслеживать? Как мы будем отслеживать? Как часто? Кто это будет делать? И где зарегистрируем? Ну, например, в примере с температурой у нас, то есть что мы будем отслеживать? Температуру продукции, это понятно. Как мы это будем делать? Например, с помощью термометра мы можем прямо сюда включить методику, можем сослаться на инструкцию какую-то, потому что она может быть большая. Там, например, что нужно щуп термометра, например, ввести в толщу продукции или положить между пакетами, прижать там, до стабилизации температуры на термометре, к примеру. Как часто? Простите, у нас вопрос. Для ФИ, CCS нужна контрольная точка или ККТ? И то, и то. Почему? Потому что частью FSSC 22000 является ISO 22000. А в ISO 22000 обязательное требование и ККТ, и ОПУ, то есть контрольная точка. Но спасибо. Может быть и нет. И это зависит от ваших результатов анализа. Может быть, у вас получится, что у вас, например, две ККТ и ни одной ОПУ. Может получиться ни одной ККТ и 5 ОПУ. Может получиться одна ККТ и 3 ОПУ. Вот так может быть. В принципе. Спасибо. Так, частота, то есть или периодичность. Например, каждая партия готовой продукции перед отгрузкой мы измеряем температуру до того, как мы ее отгружаем. Кто делает? Кладовщик. Куда записывает? Журнал контроля отгрузки готовой продукции. В принципе, понятно. Что, каким образом, как часто, кто и куда записываем. Вот это вот все, ну, по сути, обязательные требования к разработке. То есть звучит очень громко разработать систему мониторинга. На самом деле все просто. Следующий этап – это разработать КД, это корректирующие действия. То есть что делать, если мы по результатам замеров обнаружили, что температура у нас, например, плюс 7. Должно быть не выше плюс 4, а мы намерили плюс 7. Что же делать? Мы должны это прописать в продолжении этой таблицы. Например, сообщить начальнику склада, заблокировать, утилизировать продукцию, зарегистрировать это в акте на утилизацию, ну и там, соответственно, кто за это отвечает. Либо у нас там может быть, например, там направить на доохлаждение, если там 0,2 там лишних было там и так далее. Следующий у нас момент – это валидация плана ХАСП и верификация. Очень страшные слова – валидация и верификация. Я их вот на этом слайде. Эти сосиски. Ой, кто-то. Не, это молочные, я имею в виду. Не, 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 не.
Ничего. Кто-то к нам подключился. Значит, смотрите, вот на этой схемке можно увидеть, будет в чем разница между валидацией и верификацией. Это довольно такая сложная терминология, но валидация, что такое? Это подтверждение того, что вот тот контроль, который мы предусмотрели, способен, да, способен удерживать опасность под контролем. А верификация – это проверка того, что мы действительно делаем все, что мы запланировали. То есть, например, когда мы определяем, что у нас будет, что мы будем опасность, связанную с ростом микроорганизмов, контролировать с помощью контроля температуры перед выгрузкой, то есть на основании чего мы решили, что в этой меры контроля достаточно. Например, это могли быть исследования, которые показывают, что при температуре до плюс 4 там, патогенная микрофлора не растет. Да? Это будет нашей валидацией. То есть мы нашли научные данные, подтверждающие, что вот этот вот уровень температуры достаточен. Либо мы провели свой эксперимент. Например, сколько времени нужно, чтобы наша замороженная, например, продукция нагрелась в зоне отгрузки. Мы провели эксперимент, засекли, посмотрели в разные, например, палет, там, одна коробка, полный палет и так далее. Вот это будет валидация, то есть подтверждение того, что мера контроля способна работать. А верификация – это мы периодически проверяем, что у нас реально мониторинг осуществляется. То есть, например, этот кладовщик действительно перед каждой отгрузкой измеряет, правильно измеряет, что он, если были какие-то превышения, он знает, что делать. И вот эту верификацию мы также добавляем в табличку. Да, примеры здесь приведены. Например, мы ежеквартально анализируем претензии поступившие, мы сдаем продукцию по программе производственного контроля там, в лабораторию, например. Например, менеджер по качеству ежедневно контролирует заполнение журнала отгрузок, да, что там температура, записи по температуре есть и так далее. Мы внутренние аудиты периодически проводим. Вот. То есть вот такая разница между ними. То есть валидация делается до внедрения, а верификация уже в процессе эксплуатации после внедрения. Ну и последний принцип – это создание документации. Здесь, в принципе, примерно приведем перечень, что у нас должно быть. Вот. Ну, собственно, это то, что мы обсудили. Вот все этапы, которые мы обсудили, они должны быть документированы. Я думаю, что здесь дополнительных пояснений, наверное, не требуется. Ну и вот в итоге мы получаем как итог всей работы, вот все эти таблички, которые были более укрупненные, я их просто на один слайд соединила. Это такая одна большая длинная таблица, вот эта нижняя часть, это тоже как бы вправо сюда она должна уйти. Вот. Это и получается план ХАСП или рабочий лист ХАСП, иногда его еще называют, в котором все написано про этот этап. Этап такой-то, как это номер один, какая опасность контролируется, какой критический предел, какой мониторинг, какие действия в случае нарушения, кто это делает, как часто делает, куда регистрирует и так далее. То есть вот поэтапно мы все это выполнили и собрали наш план ХАСП. В стандарте ISO 22000 сейчас он называется план управления опасностями. Кстати говоря, для стандарта ISO 22000 здесь будет для критических контрольных точек критический предел, как в таблице написано, графа 3, а для контрольных точек или УППУ там будут контролируемые параметры или критерии действия. Ну, то есть там может быть неизмеримо, а, например, визуальное отсутствие, к примеру, да, мы это не можем сказать, что это критический предел, потому что это неизмеримо, но это может быть каким-то параметром, который мы контролируем, например, визуальное отсутствие там чего-нибудь, предметов сторонних и так далее. Есть вопросы? Вот мы пробежались с вами очень коротко по разработке плана ХАСП. Настя, посмотрите, если есть вопросы, коллеги, Эдвард, Ольга, если есть вопросы, или здесь все понятно? Окей. Ну, как я сказала, на самом деле, если идти вот по этим шагам, то ничего сложного нет. Просто это нужно привлечь несколько человек, которые каждый со своей стороны посмотрит. То есть, когда мы, например, рассматриваем опасность, например, механик подскажет, а здесь вот у нас смазочные материалы используются. Мы можем же не знать этого, да? А он подскажет, здесь смазочные материалы. Мы сразу вопрос, а какие? С пищевым допуском, без пищевого допуска? Есть риск попадания на продукцию случайного либо постоянного и так далее. И тогда мы вот уже говорим, ага, опасность, смазочные материалы. И дальше оцениваем с ней связанные риски.
Или он говорит, например, вот здесь есть у нас какие-то трущиеся детали, соответственно, нужно рассмотреть эту опасность и так далее. Да. Ну и последний наш заключительный раздел – это некоторые особенности работы в 2021 году. Я не думаю, что я здесь что-то для вас новое расскажу, но тем не менее, как вы знаете, наверное, произошли некоторые изменения в законодательстве, в частности, здесь пара новых санпинов, которые введены у нас. Вот в верхней строке санпин с 1 марта он действует. Если помните, раньше, например, у нас были отдельные санпины там, на воду, к примеру, был санпин 1074, по которому мы проверяли воду, да, на пищевых производствах. Сейчас этот санпин отменен, и все требования, касающиеся там, воды, воздуха там, и так далее, вот всех факторов окружающей среды, собраны в единый санпин от 2021 года, который действует с 1 марта. То есть сейчас, когда вы сдаете воду на анализ, вы уже сдаете на соответствие вот этому санпину, а не 1074, как раньше. Второй санпин – это вот последняя строка, это требования по профилактике инфекционных болезней, которые совсем недавно введены в действие, 1 сентября. Если помните, раньше были отдельные санпины, например, по профилактике сальмонеллеза, по профилактике листериоза там, и других инфекционных заболеваний. Сейчас они все отменены, и собрана вся информация в единый санпин. То есть если раньше нужно было там десяток их, если не больше, пролистать, то теперь достаточно открыть один и посмотреть. Вот те, которые к вам применимы, посмотрите их, пожалуйста, потому что там немножко могли измениться требования. Например, в старом санпине была периодичность к смывам каким-то, например, а в новом санпине просто указано, что вы должны делать смывы, но периодичность не указана. Ну, это нам как бы облегчает жизнь, конечно. Если раньше было жестко, то теперь уже мы можем на основании нашей оценки рисков решить, что, может быть, не надо так часто, к примеру, делать. Ну и плюс еще из таких изменений – это приказ Минздрава о проведении обязательных предварительных периодических медицинских осмотров, который с 1 апреля вступил, тоже все о нем знают, я полагаю. Вот, но тем не менее. То есть есть некоторые изменения там, да, по порядку проведения медосмотров. В детали мы не будем углубляться. Ну и если вы захотите сертифицироваться, те, кто еще не сертифицирован, то я два слова скажу об этапах сертификационного аудита. Любой сертификационный аудит, касающийся пищевой безопасности, всегда проводится в два этапа. Первый этап – это такая своего рода проверка готовности, что у вас система разработана, что она внедрена, что вы полностью провели внутренние аудиты все и что вы провели обязательно анализ со стороны руководства. Если вы это не сделали, то вас до второго этапа не допустят. Вам укажут там риски определенные, скажут, вот это вот нужно до второго этапа обязательно устранить. Вот. И поскольку может потребоваться некое устранение, то обычно делают там, скажем, промежуток в месяц между первым и вторым этапом, чтобы было время на устранение каких-то потенциальных несоответствий. И вот уже второй этап – это полный системный аудит, когда полностью проверяется и документация, и практическое внедрение. Во время аудита могут, кто еще не сталкивался, могут разговаривать не только с руководителями и разработчиками системы, но также с рядовыми сотрудниками. Там, начиная от уборщицы, оператора, мастера, там, старшего смены, бригадира, начальника цеха и так далее. С любым из этих людей могут поговорить относительно его работы. То есть, ну, в том числе мы с вами обсуждали вот до перерыва политику, например, про политику тоже могут спросить. Я вот неоднократно видела ситуации, когда во время аудита подходит, сотрудники говорят, вы что-нибудь слышали о политике в области пищевой безопасности человека? Но и вот это, правда, был не сертификационный аудит, это был клиентский аудит. То есть крупная сеть приехала проверять своего поставщика. Вот. И аудитор, она опросила 3 или 4 сотрудников. Вот. И только один из них смог ответить, что он вообще что-то про это слышал. Она сказала, он вас спас. Если бы он сказал тоже, что нет, пришлось бы писать несоответствие, что люди не осведомлены, они не знают вообще ничего о политике. В общем, один был молодец. Вот. Что касается продолжительности аудита, то она индивидуально зависит от размера предприятия, от количества вот этих самых планов ХАСП, да, потому что если много видов продукции, то на каждый там по полдня там добавляется. Но существуют калькуляторы определенные, поэтому если вы захотите информацию узнать, вы в орган по сертификации будете обращаться, вам все посчитают, сколько дней, аудиты дней там, и так далее. Вот. Но что касается особенностей сертификации в этом году,
то в этом году, как вы понимаете, учитывая нашу ситуацию, многие переходят на дистанционные аудиты. Единственное, что по пищевой безопасности первый сертификационный аудит не может быть дистанционным. Может быть дистанционным только первый этап, например, анализ документов. А вот уже визуально посмотреть производство и все остальное на сертификационном аудите нужно обязательно. Если это уже следующий инспекционный контроль, то тогда, в принципе, возможно полностью дистанционный аудит. Вот. Но это зависит, опять же, от стандарта, там правила у каждой схемы сертификации свои. Да, еще вот я не сказала, может быть, кому-то интересно будет, что когда вы проходите сертификационный аудит успешно по стандарту ISO 20000 или по FSSC, то сертификат выдается на 3 года, и каждый год проводится инспекционный контроль. Он просто чуть поменьше, чем обычный аудит, но, в принципе, все то же самое. Вот. Если говорить о схеме FSSC 22000, то вы видите здесь сроки перехода на новую версию 5.1, которая сейчас действует. Ну, они как бы еще, вроде кажется, время есть еще, но оно быстро пролетит. Вот. Но особенностью этой версии что является? Что один из аудитов трехлетнего цикла обязательно будет необъявленным. Что такое необъявленный аудит? Это значит, что аудитор позвонил и сказал: здравствуйте, я аудитор, вам на аудит. Вы можете знать только какой-то там достаточно продолжительный период в течение. Понятно, что он не придет через 2 дня после сертификации. Это примерно через год где-то, да? Но вот этот промежуток, там 2-3 месяца, он может прийти в любой день. Там по правилам есть несколько дней, которые можно заблокировать изначально и договориться, что, например, в эти дни нельзя там по каким-то причинам. Но в каждой схеме сертификации свои правила. Сколько таких дней заблокировать можно, там у каждого надо смотреть индивидуально. Вот. И при этом вот этот необъявленный аудит, это значит, что аудитор в течение, там тоже по разным схемам, по-разному, 30 минут часа с момента прибытия он должен быть на производстве. То есть нельзя сказать: пойдемте попьем чаю, посмотрим до обеда документы, а после обеда пойдем на производство. Нет, сначала на производство, потом все остальное. Вот. В ISO 22000 пока такого нет. Это именно требование схемы FSSC 22000. То есть это FSSC 22000 – это более высокий уровень, и больше доверия к этому сертификату, и более сложно его получить, этот сертификат. Вот. И вот как бы, не знаю, еще пока, по-моему, ну, из моих, по крайней мере, знакомых никто еще не проходил необъявленные аудиты вот по FSSC. Но несколько лет назад была такая ситуация, когда заказчик позвонил в панике и сказал: у нас на проходной аудиторы. Ну, их, естественно, не ждал никто. Вот. И охрана растерялась, все растерялись, никто не знает, что делать, из ответственных никого нет. Ответственные в этот день, как назло, все были где-то на других объектах. И ситуация была достаточно конфликтная, и аудиторы уже хотели сказать, что все, мы уезжаем, потому что вы нас не допускаете. Но потом вроде как все разрешилось, их там провели в комнату переговоров, там, ну, как бы поняли вообще, кто такие, они, по-моему, еще по-русски плохо говорили, иностранные были аудиторы. Была очень такая интересная ситуация, но, тем не менее, в общем, разобрались. Вот, то есть необъявленный аудит, почему вводится вот эта система необъявленных аудитов? Потому что мы все с вами прекрасно понимаем, что к аудитам компании готовятся. Это, знаете, как к приходу гостей. Мы там уборку сделали более тщательно, там где-то прибрались, помыли, почистили все. То же самое и к аудиту. Естественно, проводится там какая-нибудь генеральная уборка, санитарный день дополнительно к тому, что обычно делается. Дополнительная работа с персоналом проводится, проверяются дополнительно все там журналы, ведутся, не ведутся и так далее. Необъявленный аудит позволяет увидеть картину, как это есть в реальной жизни каждый день. И, конечно, цель и идея в том, чтобы система действительно работала каждый день. Но постепенно, я думаю, что все схемы сертификации, они ведут вот эти необъявленные аудиты. Ну, кстати говоря, по FSSC 22000 вы можете согласиться, что не только один из трехлетнего цикла, а все вы готовы проводить необъявленные. Я таких необъявленных, я таких компаний не знаю, кто бы на это согласился. Вот. Ну и по ISO 22000, да, тоже у нас, как вы видите, хоть стандарт и вышел в 2018 году, но вот сейчас, в 2021 году, завершается переход, был трехлетний цикл перехода на эту новую версию, поскольку было довольно много изменений, касаемых вот этих оценки рисков на уровне всей организации, этих всех
всяких факторов внутренних, внешних, там требований заинтересованных сторон и так далее, и так далее. Вот, был трехлетний цикл перехода, вот он завершился в этом году, поэтому, ну, если вы только планируете еще эту сертификацию, то вам это не так существенно, да, то вы в любом случае будете по новой версии уже и по FSSC, и по ISO 22000. Вот, это, собственно, все, наверное, что я хотела вам рассказать сегодня. Если есть какие-то вопросы, пожалуйста, я буду рада ответить, что-то пояснить, или, может быть, есть какие-то вопросы безотносительно того, что я рассказывала, какие-то другие вопросы, пожалуйста. Да, может быть, там в чате кто-то написал, может быть, у меня тут будет видно. Да. Светлана, в чате пока что вопросов нет, может быть, коллеги еще думают. Ага. Наверное, хорошо, ну давайте дадим какое-то время, чтобы, может быть, если будут какие-то вопросы, пожалуйста. Ну, я надеюсь, что какая-то информация там полезная была для вас, потому что я полагаю, что большинство из присутствующих все-таки уже владеют в основном этой информацией. Может быть, что-то там для себя полезное вы все-таки смогли в этом найти. Да, еще раз. Нету, да, ничего? Но если нет вопросов, может быть, они попозже появятся, тогда в любом случае благодарю вас за внимание и желаю вам успехов, и чтобы ваша система менеджмента безопасности пищевой продукции была эффективной, работала и помогала вашему предприятию, а не была бюрократической обузой. Этого я вам желаю искренне. Спасибо. Уважаемая Светлана Алексеевна, большое вам спасибо за такой доклад, достаточно очень интересный, развернутый. Я думаю, что если в процессе, ну, я думаю, как обычно, будут какие-то вопросы, мы обязательно вам перенаправим и будем в диалоге с нашими компаниями, которым какие-то вопросы надо, необходимо получить ответ. Спасибо вам большое, участники. Всегда будем рады вас видеть на нашей площадке. Будем постоянно вас держать в курсе каких-то мероприятий как раз по тематике в области пищевых технологий. Готовы обмениваться информацией и передавать вам для решения ваших задач, облегчить вам какие-то вот задачи, которые возникают в процессе вашей деятельности. Ну, еще раз поблагодарю всех вас. Большое вам спасибо. Желаю, конечно, всем здоровья. И надеюсь, что у нас рано или поздно мы будем уже встречаться не в онлайн-режиме. Это достаточно, думаю, это как бы интересно. Но интереснее, когда мы общаемся все вместе и глаза в глаза. И всем, конечно, здоровья и удачи в вашей работе. Спасибо вам. До свидания.